Так, ну что, давайте принимаем. У нас 11 часов, 1 минута. Коллеги, да, добрый день. У нас в Москве еще утро, у вас уже день, ближе к вечеру. Мы сейчас тогда подождем немножко участников. Еще раз напоминаю, меня зовут Андрей Крылов. Да, мне сейчас пишут в чате, что невозможен вход по ссылке. Сейчас я пришлю скрин, что мы уже здесь, что все у нас работает. Вот, коллеги, пока прошу, пока мы решаем технические вопросы, пожалуйста, переименуйтесь, чтобы у вас было фамилия, имя. Вот, ваше, да, можете указать название проекта, было бы очень здорово. Пожалуйста, да. Я тогда сейчас пишу в чат. Позовите, пожалуйста, коллег. У нас сегодня очень практическая и полезная проектировка с Ларисой Пономаревой. Вот. И действительно, будет много материала. Лариса также подключится у нас. Я думаю, что все-таки во второй день она обозначит временный интервал, когда ей удобно, и подключится. Вот очень прошу iPhone, либо вы мне напишите, переименуйтесь. Да? Вот, пользователь Zoom. Коллеги, да, мы сейчас ждем. Еще, если есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Мы пока, да, пока, может быть, формулируете. Мы с Сергеем Долговым вот вчера приехали только с форума в Ярославле, и, собственно, сегодня вечером к вам вылетаем. Кто, поднимите руки, кто был на семинаре Сергея, можно виртуально это сделать, какую-то реакцию сделать, ну, например, там вот. Я не знаю, вот как-то вот так, да? Кто был, скажите. Вот, мы будем сегодня с Ларисой. Лариса, да, к нам подключится онлайн, как я сказал, во вторник. И Сергей, мы будем с вами в понедельник уже, по сути, послезавтра. Да? Вот, с Сергеем Демиденко разговаривал, все уже готово. Большой зал, вижу руки, спасибо. Вот, он готов, собственно, к вашему приему. Здорово. Планируется 50-70 человек. Очень много. Вот, будет хороший большой нетворкинг. Будут приходить министры, замминистры, будут ваши встречи проводиться с ними. Мы с Сергеем сделаем акцент максимально на разбор ваших проектов. Именно посмотрим ваши проекты. Будем, ну, соответственно, с вами общаться, исходя из ваших потребностей в проектах. У Сергея, ну, вы, наверное, уже, да, да, Марина, добрый день, да, всем. Вот в чате пишет Марина. Сергей, вы уже, собственно, были, видели, ну, вот, да, я вижу. И очень хорошо вот зашло. И мы, кстати, 11 или, да, 11 регионов, которые у нас присутствовали вот на Большом Золотом Кольце, тоже вот с удовольствием мы работали вместе с Сергеем. Там второй день. Интерес большой. Вот. Кстати, вы можете тоже, наверное, посмотреть. Сергей вам привезет некий, ну, такой, скажем так, наверное, сюрприз, я не буду о нем говорить. Возможно, определенный инструмент, который вы используете. Вот мы не будем предвкушать ситуацию. Не будем, наоборот, ее предвкушать, не будем раскрывать. Вот, сейчас я посмотрю, что у нас в чате. Вопросы можете задать. Какие у вас есть? Сегодня мне, вчера, точнее, приходил вопрос, сейчас я отвечу, по поводу аватара и интервью, а делать ли на каждую целевую группу. Да, на бизнес-модели, когда мы, например, даже обозначаем аудитории, они, если они разные, то разные ценностные предложения, разные, соответственно, описание этих целевых групп, и нам нужно понимать эти потребности, исходя из ценностных предложений. Вот, это важно. Да, еще какие вопросы? Вот на один я ответил. То задавайте, коллеги. У нас сейчас с вами, ну, если вас только, то 16 человек, да, здесь трое экспертов. Вот. Тогда вот мне пишут просто, что не удается почему-то зайти, не знаю. Еще раз прошу переименоваться.
участников. Да, вот, да, все, здорово, спасибо, переименовали. Светлана, может быть, вы тоже укажете фамилию, чтобы понимать. Угу. А от Ларисы будет сегодня вот эта проектировка, она содержательная, но мы не будем много работать, это будет содержательная проектировка с вашими вопросами, а после будет раздаточный материал, который, ну вот, будет Ларисой преслан, и вы можете его заполнять уже под свой проект. Да, мы не будем там уходить в комнаты, долго совещаться, да, вот, она-то будет такая максимально насыщенная. Видео мы сейчас тоже делаем, вот, собственно, оно будет. Ну, коллеги, давайте, наверное, у нас уже вот, да, 7 минут. Сейчас я еще раз напишу в чатик, вот, и мы тогда начинаем. Ларис, тебе слово. Тогда. Звук нужно включить. Угу. Так, добрый день. Я надеюсь, меня слышно. Да, хорошо, слышно. Замечательно. Так, сейчас я тут немножко у себя поднастрою все, чтобы нам было удобно, чтобы я могла видеть свой чат и чтобы я могла демонстрировать презентацию свою. Угу. Маленькие организационные моменты. Так, если всем, кто меня видит и слышит, да, видна еще моя презентация, напишите, пожалуйста, плюсик в чат, чтобы я понимала, что у нас все хорошо, и мы можем нормально, спокойно работать. Видно. Угу, все отлично, всем видно, хорошо. Так, ну что ж, добрый день. Я еще раз. Значит, сегодняшнее наше с вами занятие, да, или встреча посвящена будет оценке жизнеспособности и расчету прибыли. Жизнеспособности этого продукта и расчету прибыли. Меня зовут Лариса Пономарева. Но почему именно я, наверное, с вами эту встречу буду проводить? Сейчас еще закрепочку уберу, чтобы побольше вас было. Вот. Значит, почему именно я? Ну, я хочу сказать, что, в принципе, у меня достаточно большой опыт в бизнес-планировании. То есть моя основная специфика деятельности уже более 15 лет существует консалтинговая компания, которая занимается разработкой бизнес-планов, инвестиционных проектов. Значит, мы занимаемся тем, что, ну, плюс к тому, что мы разрабатываем бизнес-планы и инвестпроекты, мы делаем анализ рынка, потому что, как бы, это тоже такая составляющая, предусматриваем в том числе, да, при разработке любого инвестиционного проекта при серьезных вложениях. Значит, опыт работы есть у меня, в принципе, в различных отраслях, начиная там от сельского хозяйства, строительства, производства, в том числе и в сфере гостеприимства, да, и туризма тоже у меня были проекты, которые я разрабатывала. И поэтому я надеюсь, что все то, что сегодня мы с вами будем делать, и о чем мы сегодня будем говорить, оно будет для вас, ну, результативно, да, ценно. Почему? Потому что сегодня мы будем делать акцент на практическом аспекте, связанном с финансом, с окупаемостью тех вложений, которые вы хотите осуществить для того, чтобы запустить свой турпродукт, да, или новый турпродукт, или развить существующее же предприятие ваше туристическое. Вот. Значит, ну, если говорить о таких более серьезных проектах, которые были в сфере гостеприимства, я сама из Волгограда, у нас... Когда заходил, соответственно, под торговой маркой Hilton, да, у нас была разработка гостиницы, а также мы делали маркетинговые исследования и расчет эффективности, ну, то есть тоже бизнес-проект, расчет эффективности по организации на базе гостиничных комплексов спортивных дополнительно еще залов. Ну что ж, это такие наиболее такие весомые проекты. Пойдем дальше. Я думаю, что, в принципе, у нас тут уже немало человек. Значит, итак, с чем мы сегодня и о чем мы сегодня будем говорить? В принципе, вы уже начали работу над своим турпроектом. Я увидела, да, что у вас там очень много направлений. И вы уже говорили о том, что продукт должен быть обязательно востребованным, то есть его должны покупать туристы, которые будут к вам приезжать. И хотите приезжать, соответственно, так, сейчас я, наверное, переключусь на пару недель.
побочный шум, и чтобы убрать. Вы уже, я думаю, проговорили о том, как реализовывать эти турпродукты, да, для того, чтобы организовать сам процесс. И последняя часть, важная составляющая при планировании любого турпродукта, это оценка его жизнеспособности. Что значит жизнеспособность? Как вы понимаете вообще это понятие для вас? В чем оно выражается? Можно писать. Можно сказать, если хотите. Как вы поймете, что вот тот тур, который вы планируете, он действительно будет эффективным? Коммерческая составляющая прибыль. Угу. Так, я вот маленький организационный момент. Мне принимать тех, кто заходит, или у нас организаторы будут это делать? Угу, все, поняла. Да, все верно. Самое главное и первая составляющая – это прибыль. Прибыль, которая дает возможность нам вообще оценить необходимость осуществления издержек. Кроме того, мы должны понимать, что помимо прибыли есть еще действительно дополнительные показатели. В чем эти показатели заключаются? И эти показатели заключаются в том, что мы должны понять, вот Евгения, да, написала, жизненный цикл продукта, то есть как долго наш продукт будет жить, и дополнительно еще как быстро наш продукт способен вернуть средства, те средства, которые были внесены нами в разработку этого продукта, да, в организацию необходимых условий для того, чтобы продукт заработал. И, соответственно, тогда мы уже будем тоже иметь возможность принять решение, запускать этот турпродукт или нет. То есть два основных критерия. Ну и жизненный цикл, да, потому что, да, действительно, это тоже очень важно. Нужно понимать, что любое дело, бизнес, да, любой турпродукт, он с течением времени может прекратить свое существование в связи с тем, что изменится, наверное, ситуация какая-то, да, той, которой мы работаем. Я не буду глубоко погружаться в жизненный цикл, потому что все-таки мы сегодня будем говорить больше про деньги, да, про коммерцию, потому что наша важная составляющая – это получать прибыль. Итак, сегодня я хотела бы, чтобы наша с вами встреча была посвящена рассмотрению некоторого такого основного алгоритма, каким образом нужно оценить жизнеспособность и каким образом можно планировать свои будущие доходы, прибыли в рамках реализации конкретного тура, да, или турпродукта, который вы для себя обозначили. Естественно, основой для того, чтобы рассчитать жизнеспособность, является бизнес-модель. Я хочу, как бы, вот привела тот слайд, который, в принципе, вы уже, наверное, не раз видели, да. Самое главное и самое первое, вы уже, думаю, что этот процесс проработали. Кто будет вашим клиентом, что конкретно вы будете предлагать вашим туристам, ну и, соответственно, как вы это будете делать. И вот когда эти три основные составляющие у нас проработаны, тогда мы можем уже оценить жизнеспособность, то есть посчитать, а сколько же у нас будет доходов, да, какие у нас будут расходы, и в реальности будет ли этот продукт приносить прибыль нашему предприятию. Таким образом, как бы вот основываясь на бизнес-модели, когда у вас расчет жизнеспособности можно делать, да, только тогда, когда у вас уже готовый продукт, то есть вы четко понимаете, что вы предлагаете и кому вы предлагаете. И когда эта часть у вас проработана, происходит как бы конкретизация всех остальных составляющих. Первое, что нужно сделать, понимая как, определить, какие ключевые ресурсы вам нужны. То есть что вам потребуется для того, чтобы вы могли вот этот вот ваш турпродукт, который вы разрабатываете, будь то это туристический маршрут, будь это там гостевой домик, будь это гостиничный комплекс, будь это туристическая база. Вот что вам необходимо иметь, да, и что вам необходимо будет вложить для того, чтобы ваш турпродукт заработал, чтобы можно было потом привлекать туда клиентов. И, естественно, когда мы говорим о ключевых ресурсах, нужно понимать еще и о том, какие виды деятельности вы будете делать, да? То есть вот в рамках вашего турпродукта, какие виды деятельности предусмотрены. И очень важно распределить, какую часть из этих видов деятельности делаете вы
и какую часть делает, вы будете передавать на сторону, да, так сказать, то есть передавать какие бизнес-процессы. И это является очень важным моментом, потому что если вы это не проработаете, очень сложно будет рассчитать финансовую часть вашего проекта. Ну и самое главное, если вы предусматриваете передачу каких-то бизнес-процессов, да, если вы понимаете, что для того, чтобы продвигать ваш продукт, вам необходимы еще партнеры какие-то, естественно, нужно проработать вот это тоже звено. И вот прорабатывая это звено, почему я на это, с этого начинаю, да, потому что именно это дает основу для осуществления финансовых расчетов. Первый шаг – это как бы определение вот вашего функционала, то есть какие виды деятельности у вас будут в рамках турпродукта, и вы определяете, кто конкретно это будет делать и на каких ресурсах. Ну, и я как бы люблю, когда занятия мои проходят с практическим примером, поэтому мы будем стараться все это рассматривать в деле. Ну вот, например, да, какие могут быть виды деятельности, когда мы говорим о разработке туристического какого-то продукта. Например, разработка самого турпродукта или тура. Если, допустим, это тур, то у вас тогда возникают вопросы понимания, да, какие бизнес-процессы будут происходить, какие процессы по обслуживанию клиентов, то есть ваших туристов будут происходить. И мы уже понимаем, что мы будем делать сами, а что мы будем передавать на сторону. Размещение. Будем ли мы размещать в своем собственном гостевом, допустим, домике там, да, или в гостиничном комплексе, или в турбазе, если мы говорим про туристический маршрут, допустим. Или же мы будем привлекать партнеров. Кто будет этим партнером? Какой именно нам необходим партнер? Важно, не важно ли его номерной фон, да? Важно ли, не важно его месторасположение? Важно, не важно ли его оснащенность, то есть что из себя представляет непосредственно тот номерной фонд, в который вы планируете размещать своих туристов. Если эта услуга будет у вас как бы включаться в ваш туристический, допустим, маршрут. Транспортное обслуживание, да, то есть трансфер. Будет ли это возлагаться непосредственно на клиента или же приезд, скорее всего, не будет входить, да, в стоимость. Но если у вас, допустим, туристический маршрут какой-то, то, естественно, нужно подумать о том, кто будет делать перевозки. Своими средствами мы будем это осуществлять. Какой вид транспорта нам нужен, да? Это будут автобусные туры, либо это будут у нас с вами, допустим, экскурсии на джипах, да, и так далее. Поэтому вот ваша задача по каждому из ключевых бизнес-процессов, которые у вас есть, определиться конкретно с тем, что именно относится к вам, что будет относиться, соответственно, или передаваться на сторону, и конкретизировать вот эти вот ресурсы, которые у вас есть. И если вы эту работу начнете для себя проделывать, то на практике уже будет получаться совершенно такая конкретная история. Ну вот, например, да, виды ресурсов. Какие виды ресурсов? Я думаю, что, в принципе, если хотите, потом мы вернемся. Ну или могу немножко сказать. Я хотела что-то слайд удалить и забыла. Да? То есть рассматриваем абсолютно все ресурсы, которые вам необходимы. И материальные ресурсы, и, соответственно, информационные ресурсы, будь то сайт, будь то там необходимость получения там лицензии, да, будь то какой-то патент, возможно, вам потребуется, если вы будете, или торговая марка, если вы будете работать, да, и развивать конкретный бренд своего турпродукта, какие вам потребуются для этого люди. Вот. И уже определяя эти ресурсы, если правильно подходить к анализу той бизнес-модели, которая у нас есть, наша с вами задача, если вы хотите конкретную получить цифры для того, чтобы более-менее реально рассчитать тот продукт, который у вас будет, и оценить его жизнеспособность, вам необходимо для начала эти ресурсы прописать, а потом понять, а как вы, соответственно, будете... Я чуть-чуть хотел дополнить. Вот смотрите, коллеги, чтобы было максимально понятно с вашим проектом. Вот мы сейчас с Долговым разбираем вас. Вот напишите сами то, куда идут основные ваши финансы, основные ваши затраты. Ну, понятно, что вообще в большинстве бизнесов, это в чатик, да, напишите, это, опять же, строительство, да, это персонал, это аренда, это закупка материалов, ну, например,
там, при производстве сыра, да, мы закупаем молоко, да, и на это могут прийти, вот сейчас один из трендов, о котором мы ранее говорили, это то, когда, например, фермерские хозяйства тоже уходят в туризм, да, или это, соответственно, понятно, что достаточно большую часть забирают налоги, вот для вас, чтобы вы могли посчитать, то есть, видите, транспорт, и вот здесь вам необходимо действительно набрать свой вот этот микс тех направлений, тех ресурсов, которые вы покупаете, которые вы оплачиваете. Это вот одна сторона, о чем сейчас Лариса говорит. Угу. Спасибо, Андрей, за комментарий. Да, по-хорошему, я бы очень хотела, чтобы все наше сегодняшнее практическое занятие, которое у нас будет, ну, оно будет у нас на примере конкретном, конечно, все рассмотрено. Угу. Ну, в чате мы видим, да, комментарии. Строительство. Очень зарплаты, глобальный перечень потребностей. Покупка продуктов. Ну, вот, да, да, понятно. Но конкретизируйте под свой бизнес, да, в данном случае под свой турпродукт, что вам необходимо, на что потратить, чтобы, вот, разработка мастер-плана, проектировка, да, концепт планировка территории, маркетинг, наполнение лотов арендаторами, да, персонал, партнеры программ развлечения. Да, в зависимости от типа вашего туризма, в зависимости от того, как вы создаете вот экосистему вокруг вашего проекта, у вас и затраты. Если вы экосистему создаете, то затраты, ну вот партнеры, да, по-простому набираете, то затраты, конечно, могут снизиться, потому что вы их шерите. Ну, при Толе Казакевич, да, вот, по-моему, он у вас выступал, я был 2 раза в его парке, вот, в Иркутске, и он мне показывал, рассказывал, мы приглашали выступать в Москву с его проектом. Очень молодец, он создал коллаборацию между, ну, фактически создал управляющую компанию, и там есть внутри предприниматели, которые, соответственно, сами наполняют. Ну, да, да, вот, хорошо, что знакомы, да, мы с Анатолием тоже знакомы с 2018 года. Вот хороший пример вот этих коллабораций, создания такой экосистемы. Ну, 2 парка, да, в Иркутске, ну, вот, и проекты в других, да, локациях он, знаю, что планировал. Вот, ну, вот интересная система. Вот про это, но сейчас мы говорим вот таким сухим, может быть, языком, поэтому немножко с примерами вот позволил себе привести. Угу. То есть вот ваша задача, как бы, когда я уже просто не стала, да, останавливаться на том, что действительно для того, чтобы делать вот эти все расчеты первоначальные и оценивать ресурсы, нужно, чтобы уже был сформирован продукт. Потому что мы должны уже четко понимать, что конкретно мы предлагаем, как это конкретно выглядит, во что, какие расходы действительно это конкретно выльется. Потому что в зависимости от того, что вы конкретно хотите, и набор ресурсов, которые у вас будут, они совершенно разные. Но еще и условия использования ресурсов, которые вы для себя определяете, они тоже очень сильно влияют на итоговый результат, который вы будете получать, на результат инвестиционного плана, да, то есть какую сумму вложений вам необходимо будет сделать для того, чтобы запустить вас, ваш туристический продукт, какую, соответственно, текущие издержки вы будете ежемесячно нести для того, чтобы обеспечивать нормальную работу вашего либо туристического предприятия, либо турпродукта конкретного, да, если это речь идет о разработке нового турпродукта. И поэтому, конечно, нужно вот по максимуму понимать, что из себя будет представлять ваше конкретное предложение, да, вот тот проект, который вы разрабатываете. И когда мы вот это его понимаем, наша задача расписать вот эти вот ресурсы. При этом, когда вы расписываете ресурсы, очень важно, на что обратить внимание. Очень важно не просто перечислять эти ресурсы, а их конкретизировать, да, то есть вот, в принципе, Сергей с вами когда общался, он вам говорил о том, что визуализация, она позволяет более четко понимать, что из себя будет представлять конкретно тот или иной объект, который у вас будет, допустим, возводиться или который вы будете привлекать, да, конкретно понимать более четко, соответственно, саму, там, допустим, схему маршрута или более четко понимать конкретное оборудование, которое вам необходимо для производства, да, если мы говорим о том, что вот вы создаете на базе вашего сельхозпредприятия, допустим, как раз-таки тур, который будет, ну, либо продукт, который будет реализовываться для туристов, да, либо, соответственно, будете непосредственно к себе привлекать, значит,
людей, которые будут приезжать к вам, и сельский туризм, да, очень активное такое интересное направление, которое активно развивается. Вот, и поэтому ваша задача по каждому ресурсу проработать, что это за ресурс и откуда вы его будете получать. Как я уже сказала, это влияет на объем финансов. Например, да, если вы решите, что вы, люди, которые будут к вам приезжать, вам нужно их размещать, требуется в обязательном порядке, да, этот момент, где вы будете их размещать? Допустим, если вы решили, что это будет гостевой дом, откуда этот гостевой дом у вас возьмется? Да? Либо вы этот гостевой дом приобретете, или он у вас, может быть, уже есть, и вы на базе имеющегося вашего дома, да, который у вас есть, будете организовывать приезд туристов, либо вы его хотите построить, возвести, либо же у вас будет совокупность, да, приобретете какой-то объект, и вам необходимо будет его отремонтировать. И здесь, конечно, тогда получается, что для того, чтобы запустить вот этот объект, в котором будет оказываться услуга по размещению и проживанию, будет возникать вопрос о том, что вам необходимо будет посчитать объем средств, которые нужно вложить. И он будет зависеть от того, как конкретно будет выглядеть ваш гостевой дом. Что это будет? Это будет домик, в котором будет там две комнаты оборудованные, либо же это будет гостевой дом, в котором будет там 20 номерных номеров. Это 20 номеров, да, у вас будет для приема ваших гостей. Либо это же будет у вас сеть маленьких гостевых домиков, которые будут стоять на какой-то территории, каждый домик для одного человека там, да, или для группы людей, которые к вам будут приезжать. Вот поэтому объем вложений будет зависеть очень сильно от того формата, как будет выглядеть конкретно ваш объект, про который вы говорите. И ваша задача вот визуализировать для себя этот объект и уже исходя из этого посмотреть, сколько будет стоить этот объект, если вы его будете приобретать или если вы его будете строить. Если, допустим, речь идет там о разработки турпродукта, и ваша компания занимается тем, что туристические маршруты, да, там организует и возит туристов по маршруту, то, скорее всего, покупать гостевой дом – это просто-напросто не имеет смысла для вашей компании. И тогда ваша задача заключается в том, чтобы найти партнера, который вам даст возможность разместить ваших туристов. И здесь тоже есть разные требования. Да? В зависимости от того, кто ваши туристы, у них могут быть совершенно разные, ну, и от того, как вы позиционировать будете свой турпродукт, допустим, тот же самый туристический маршрут, будет зависеть очень многое. Будет зависеть стоимость этого турпродукта, ну, допустим, да, размещение, будет зависеть сам уровень комфорта, который организован непосредственно в этом гостевом доме. И ваша задача подобрать тот объект, который подходит по своим характеристикам для вашего клиента, и, соответственно, понять, сколько будет стоить для вашего клиента размещение туриста, соответственно, на территории партнера. Вот. И так каждый, соответственно, ресурс необходимо проработать. И если вы эту работу для себя будете проделывать, да, вот сейчас как бы мне бы очень хотелось, чтобы вы постарались эту работу сделать до следующей нашей встречи, чтобы мы могли с вами обсудить. То есть набор ресурсов, которые стоят что-то в вашем проекте. Правильно я понимаю, да, Лариса? Да, все верно. Да, мне бы очень ресурсов, хотелось... при этом это конкретика, которую вы можете осметить. Это вот да. Раз. Да. А второй момент. Сейчас назад вот лесну. Да. Да? Вот. То есть вы, чтобы вы вот для себя поняли для начала, что конкретно будет в рамках вашего турпродукта, какие бизнес-процессы у вас там будут осуществляться по обслуживанию ваших туристов. Или уже осуществляются. Или уже осуществляются, если это действующий проект. Чтобы вы, соответственно, посмотрели, какие из этих бизнес-процессов кто исполнять будет. Если мы говорим о проекте, то это как бы новый, да, как правило, новое направление. Ну и какие ресурсы вам для этого необходимы. Если вот эту работу вы проведете, то есть у меня сегодня будет к вам такая задача, чтобы вы вот весь алгоритм, про который я вам сегодня рассказываю, постарались реализовать к нашей следующей встрече. И если у вас получится, то у вас уже будет реальное понимание финансовых показателей, да, цифр потенциально возможного дохода, который способен принести тот продукт, который можно вы разрабатываете. Я прокомментирую тоже. Смотрите, для начинающих, для тех, у кого уже есть проект, вы что можете, ну, и таких большинство, вы, соответственно, можете его, первое, модернизировать и так или иначе удешевить.
вы можете посчитать, например, как ну, у того же Анатолия или у Сергея Долгова, как вам стоимость этого проекта может измениться с привлечением партнеров в создании вокруг него экосистемы. Третье, вы можете, ну это как добрасывать идеи, менять так или иначе целевую аудиторию, и тем самым, ну, например, вводить туда детей, да, и, соответственно, понимая, что это, возможно, более прибыльная семейная аудитория с детьми, но, соответственно, она требует других затрат, других ресурсов, да, или наоборот, упрощать эту аудиторию, отдавать на аутсорс, и тем самым у вас меняется вот эта структура, как два блока бизнес-моделей, две стороны, отвечающие за доходы и за расходы. Соответственно, за доходы отвечает то, что создает ценностные предложения, ваши клиенты, и как направить их количество больше, да, к вам, более платежеспособный спрос. И расходы, которые непосредственно создают вот это ценностное предложение, за счет которых, ресурсов которых, да, вы оплачиваете. И тут вообще принцип такой. Чем более у вас вы интегрируете уже в имеющиеся, создаете вокруг себя экосистему, тем, конечно, ваш проект более востребован, ваш проект более способен привлечь к себе сторонние ресурсы. И, в общем-то, но это нужно самому заниматься и в это вкладываться. Пример, кстати, тоже хороший очень. Есть мастер-класс, если интересно, могу вам прислать Дмитрия Черепкова по Яснополю. Но вот Анвар, к сожалению, он будет у нас позже, не удалось у него технически подключиться, тоже свои мероприятия туристически стоит строить на партнерство. Вот, то есть здесь помните о том, что в зависимости от вашего проекта вы выбираете тот или иной способ, но в любом случае вы должны считать. Здесь ключевое. Да, Ларис, пожалуйста. Да, конечно. Я просто немножечко до этого момента еще не дошла, да? Почему? Потому что по-хорошему любое предприятие для того, чтобы выжить в этой среде, для того, чтобы иметь возможность хорошо зарабатывать, оно не должно стоять на месте. Если предприятие стоит на месте, вот разработало конкретный какой-то турпродукт, и с этим турпродуктом только лишь идет по жизни, да, то через какой-то промежуток времени у нас действительно есть жизненный цикл продукта. Этот продукт перестает быть интересным, если он не развивается. Потому что все, среда вокруг развивается, развиваются туристы, да, их потребности очень сильно меняются, в особенности в последнее время, да, мы замечаем, какие большие, серьезные прям изменения происходят, потому что рынок, ну, насыщенный рынок достаточно такой, с одной стороны, но с другой стороны нет каких-то, очень мало каких-то интересных проектов, да, очень мало таких мест, которые хочется действительно посетить, еще потом несколько раз возвращаться, потому что вот туристические компании, которые существуют, они не занимаются развитием. И поэтому сегодня мы, наша задача, да, и мы сегодня говорим, конечно, о проектной деятельности. Для тех, кто только начинает, это проект запуска нового предприятия, да, туристического. Для тех, кто уже существует, это либо развитие того продукта, который существует, либо же введение какого-то нового продукта. И поэтому я как бы вот эту методику даю, она предусматривает именно проектную составляющую. И, в принципе, то, что мы сегодня будем делать, когда мы будем говорить с вами, да, там чуть попозже уже подойдем к показателям прибыли и к количественным показателям, естественно, мы будем говорить о том, что инструменты, которые я вам буду показывать, их можно использовать в нашей практике для того, чтобы анализировать текущее состояние для тех, кто уже работает, для того, чтобы иметь возможность понимать, вот насколько адекватна цена, да, есть ли где-то пути оптимизации расходов и стоит ли этим заниматься и когда. Вот. Ну, это мы чуть попозже сейчас к цифрам придем, когда будем уже об этом в том числе говорить. Ну а возвращаясь, если к тем ресурсам, которые мы описываем, которые нам необходимы для того, чтобы реализовать проект развития, либо же проект новый, да, создание нового туристического предприятия или туристического продукта. Значит, описывая вот таким образом, да, вот с таким подходом ресурсы, если вы будете это делать, у вас появится некая таблица, которая будет позволять вам уже иметь цифры. Эти цифры будут выглядеть достаточно просто, да, вы уже четко будете понимать объем вложений. Если покупка, то, соответственно, сколько, допустим, четко понимаете же, что вот тот объект, который вам необходим, он стоит там 10 миллионов. Или для того, чтобы его возвести, построить, вам необходимо 10 миллионов.
Возможно, вам потребуется, если ремонт, какая сумма ремонта уже можно оценить. Когда мы четко понимаем, что за объект у нас есть, мы можем более-менее правильно оценить сметную стоимость ремонтных работ. Если это у нас аренда предусматривается, то тоже аренда может быть разной. Да? Мы можем арендовать какой-то объект и на постоянной основе его использовать, да, то есть только под наш продукт он будет. И это будет объект, аренда объекта в целом, и мы будем, значит, платить стабильную арендную плату ежемесячно. Там, допустим, 100 тысяч рублей в месяц будет стоить нам гостевой домик. И тогда у нас появляются расходы, да, которые будут у нас в процессе осуществления нашей деятельности при реализации проекта, в процессе обслуживания наших клиентов, которых мы будем нести. И здесь, конечно, получается, что дополнительно, если мы весь объект арендуем, у нас появляются дополнительные и расходы, про которые тоже не стоит забывать. Это будут коммунальные платежи. Возможно, это будут какие-то текущие ремонты, да, потому что иногда тоже бывает такое, что среди туристов, если это тем более там детская аудитория, вандализм определенный присутствует. Возможно, это будут расходы на персонал, да, то есть дополнительный ресурс сразу потребность появляется, который будут обслуживать этот гостевой дом. Администратор, те, кто будет осуществлять уборку помещений, да, и так далее. И если, допустим, другая у нас история появляется, когда у нас посуточная аренда, то есть мы не хотим на себя абсолютно брать заботы о том, что нужно содержать этот гостевой дом, да, и вот заморачиваться размещением, но мы конкретно находим партнера, которого просто арендуем номера, когда к нам приезжают туристы. И получается, что здесь объем текущих издержек уже совершенно другой. Мы заплатили эту 1000 рублей, допустим, за размещение, там 5000 рублей за размещение, в зависимости от того, какая у вас целевая аудитория, да, и какой у вас объект для размещения предусматривается. И самое главное, вы уже понимаете, что эти издержки у вас возникают в процессе оказания услуги. При этом, когда вот мы говорим об издержках, которые текущие у нас будут, нужно понимать, что эти издержки делятся как бы на две составляющие. Это могут быть составляющие, которые связаны с постоянными расходами, то есть это те расходы, которые наше предприятие несет, вне зависимости от того, какое количество туристов пришло, да, какое количество турпродукта мы продали, потому что оно не взаимоувязано с объемами. Опять-таки, если вы платите арендную плату за месяц, да, допустим, то неважно, соответственно, вашему арендодателю, сколько туристов приехало и у вас переночевало, были ли они вообще. Его главная задача – получить от вас эту сумму арендной платы. И получается, что этот расход абсолютно не влияет на объем услуг, которые вы оказали. А вот другая часть расходов, они называются переменные. Это те расходы, которые зависят непосредственно от объемов, да? Приехал турист, разместили его, заплатили стоимость размещения, соответственно, вашей гостиницы. Не приехал турист, не заплатили. Они напрямую связаны с объемами оказания услуг. И, конечно, когда мы говорим о расчете жизнеспособности, о том, когда мы будем рассчитывать прибыль, именно вот эта структура затрат, она очень сильно влияет в том числе на итоговые показатели, которые мы получаем. Почему? Потому что существует такой подход, да, чем больше у тебя переменных расходов, те, которые зависят от объемов, и чем меньше у тебя постоянных расходов, тем всегда выше маржа, то есть вот та прибыль, которую можно получить. И если вы уже действующее предприятие, да, допустим, и рассматриваете там вопрос возможного развития, да, или, возможно, оптимизации расходов для того, чтобы более эффективно обеспечить свою работу, повысить прибыльность своего предприятия. Вот как раз-таки анализ затрат, в том числе их составляющих на постоянные переменные разнесения, дает нам возможность в том числе понимать, где мы можем в каком месте оптимизироваться, какую статью расходов мы можем за счет, ну, как бы от своих ресурсов, возможно, отказаться, вот как тут пример, да, допустим, от гостевого дома, использовать, привлекать партнеры, и партнера для этого, развивать, так сказать, вот эту свою экосистему, то, о чем вам говорили Андрей, Сергей, да, вот. И таким образом уже можно сформировать некую другую потребность в конкретном ресурсах и оценить эти ресурсы. Да, вот это самое главное, для чего эта работа производится.
Ну, говоря о затратах, да, я что-то там про затраты рассказывала, у меня тут еще есть такая зависимость. Она представлена очень... Так. А, это нам про расходы пишет, да, Нина? Аренда земельного участка, услуги связи, услуги банка, транспортные расходы, констовары, хозяйственные нужды, спецодежда, услуги по созданию сайта, значит, услуги контекстной рекламы, SEO, продвижение, буклеты и реклама, да, минимальный перечень на гостевые домики. Вот так, и тут нужно, конечно, оценивать долю, да, и действительно, может быть, гостевой домик, ну, должен входить в маршрут. Если он входит, предположим, маршрут, то вы понимаете его, он уже туда входит, и вам проще получать клиента. Вы с вами кто-то делится, вы с кем-то делитесь. Да? Тут вот микс этих расходов будет разный. То есть микс одинаковый, а пропорции разные. Вот это важно, да, понимать, в зависимости от того, как вы выстраиваете это. Да, в зависимости от того, как вы выстраиваете вот, сам механизм работы, как это у вас будет, что конкретно делаете вы, что вы передаете на сторону, будет зависеть структура ваших издержек. Будет зависеть объем постоянных издержек, будет зависеть объем переменных издержек, да, там смежные расходы могут присутствовать. Там, допустим, если мы говорим о персонале и оплата осуществляется у вас, окладная часть присутствует, и плюс есть премиальная составляющая, которую вы платите там. Ну, допустим, вашему менеджеру тура, который занимается привлечением туристов, да, и получается, что вот ваша задача разобраться и распределить эти расходы по тому, по группам, да, к которым они могут относиться. Вот. Ну, как бы проговорили уже про расходы, теперь хочется сказать о том, что все-таки хочется на конкретном примере помочь, ну, как бы вам представить, вот эту методику, как можно использовать, да, и что она дает. Я выбрала тот туристический продукт, конечно, он не относится немножко к вашему региону, но тот, который как бы у меня и был в описании, потому что мы готовили этот продукт, и мне легко было по нему затратную часть, да, соответственно, не изобретая велосипед, проработать. Вот, допустим, у вас есть туристический маршрут. Еще раз акцентирую внимание, вне зависимости от того, какой турпродукт у вас будет, эта методика применима. Да? Может быть, у вас здесь будет гостевой домик только, да, или у вас здесь будет, соответственно, туристическая база. Возможно, у вас будет производство сувенирной продукции для туристов. Для любого направления деятельности, связанной с нашей индустрией, методика подходит. Итак, допустим, у меня есть туристический маршрут. Я уже четко понимаю, что он из себя представляет. Да? Соответственно, я понимаю, что я являюсь туристической компанией, которая занимается организацией маршрута, то есть приемом туристов и их сопровождением на протяжении маршрута. Я понимаю всех своих партнеров, с кем я работаю. Я понимаю, где мои люди будут размещаться, если у нас будет ночевка. Я понимаю, где мои люди будут кушать, когда они ко мне приедут. Я понимаю, какие развлекательные мероприятия я буду для них проводить, да, какие экскурсии у нас будут. То есть в зависимости от того, какой маршрут, разное там наполнение может быть, значит, и разная целевая, ну, вообще цель маршрута, да, она может быть разная. Но самое главное, чтобы вы уже ее понимали, прежде чем будете рассчитывать. Значит, и исходя из этого, я еще, да, понимаю уже точно, кто будет моей целевой аудиторией, то есть кто конкретно может приезжать. Почему? Потому что это тоже влияет на итоговые результаты и влияет на уровень организации, да, влияет на то, каких партнеров мы будем привлекать. Допустим, если я выберу целевую аудиторию, основную паломники, то здесь, скорее всего, большее время люди захотят проводить непосредственно в самих храмах, да, то, скорее всего, они захотят ночевать не в гостинице, а ночевать, если есть возможность, при этом храме, если будет предусмотрено. Если это будут дети там, да, и учащиеся, то у них там, конечно, будет задача, чтобы у них было по максимуму много интерактива. Возможно, там не просто мастер-класс, возможно, не просто экскурсия, возможно, там какие-то квесты, да, ну, хотя и для детей, семьи с детьми тоже, соответственно, тоже это все важно, но условия размещения для учащихся и для семей, они, как правило, там расходятся. И поэтому вот нужно понимать, кто конкретно целевая аудитория, и уже под эту целевую аудиторию формировать как бы
Дальше уже вот эту основную расчетную часть. Ну, я вот для себя там, допустим, выбрала, что это будут учащиеся, и я понимаю уже, что мне необходимо для того, чтобы этот турпродукт, соответственно, произвести. Ну, вот тут я, да, добавлю составляющую такую, что сюда относится. Сейчас, что сделать. Я ее чуть-чуть, прям секундочку, я, чтобы влезла табличка, вот. Так, выделяю, так, это я пробежалась у нас. Выделялась субсидия на разработку бизнес-плана для отелей. Сейчас понимаю, что исполнитель не отразил большую часть бизнес-модели. И сам бизнес-план сырой. Ну что ж, смотрите, значит, по-хорошему, если есть возможность, можно обратиться к этому вашему разработчику, да, чтобы он доработал то, что он не доработал. Возможно, эта история произошла потому, что вы еще не понимали концепции, да, не могли донести до исполнителя, кто вам разрабатывал бизнес-план, концепцию вашего продукта, потому что он же просто так не может ее придумать. Он, как правило, описывает ту идею, которая у вас есть. И если есть возможность, нужно обратиться к исполнителю. Возможно, у вас он как бы такой, да, ответственный, нормальный, и корректировки, внесение изменений, это всегда является, ну, необходимым и важным условием взаимодействия в рамках вот таких взаимоотношений. И он, может быть, вам внесет вот эти изменения, если у вас уже есть понимание, что и как, где нужно конкретизировать, да, что необходимо сделать для того, чтобы, или что необходимо описать для того, чтобы максимально полностью раскрыть там концепцию вашего проекта красиво, да, и преподнести, вот конкретизировать всю ту информацию, которая необходима. Но если он захочет на бесплатной основе вам это делать, раз он деньги за это получил, а может быть, какой-то промежуток времени прошел, может быть, вы тогда на платной основе с ним там повзаимодействуете. Ну или на крайний случай поищите другого исполнителя. Хорошо, давайте мы посмотрим. Так, я не вижу, как вас зовут сейчас. Нина, да? Я поняла, я в принципе видела ваш проект. И, там, правда, не до конца его успела прочитать, но посмотрела. Если хотите обсудить, у нас будет с вами следующая встреча, именно посвященная практической работе, связанной как раз-таки с расчетными, с финансовой частью, с описательной частью по бизнес-проекту. Мы можем с вами конкретно прям разобрать вашу историю, в том числе тут, на какие-то вопросы. Тут для тоже, вас если вот есть действительно какие-то короткие вопросы, давайте попробуем, чтобы внести вот эту практическую составляющую, просто на них ответить. Потому что, видите, очень крупные блоки для вас здесь, которые на слайде представлены, естественно, слона нужно есть по кусочкам. Вот это все нужно разбивать и смотреть на небольшие составляющие, соответственно, считать. Вот. Если вот есть прям конкретные вопросы по вашим проектам, то, наверное, пишите или, собственно, голосом их и задавайте. Да, я так думаю, да, что мы сейчас, когда методику вот эту я расскажу, мы можем прям конкретно по вопросам, в том числе и сейчас, пройтись, да, что было непонятно, как конкретно под ваш продукт собрать расходы, и оценить ресурсы. Да. Мне тоже очень бы хотелось, чтобы мы над этим вопросом тоже сегодня в том числе проговорили, потому что очень хочется, что когда у вас будет презентация и защита вашего проекта, вы могли не только презентовать его красивую концепцию о том, в чем он будет заключаться, не только рассказать о целевой аудитории, да, и о значимости вашего турпродукта, но еще и могли экономическую составляющую просчитать, понимать, да, что действительно вы получите в итоге в цифрах, как быстро вам удастся выйти на показатели, да, те, ради которых вы создаете эти новые продукты, развиваете свою текущую деятельность. Итак, ну вот, допустим, пример. Да, у меня есть турпродукт. Я понимаю, что для того, чтобы разработать свой турпродукт, я затратила там 150 тысяч рублей. Сразу говорю, цифры условные. Да? Значит, для того, чтобы иметь возможность потом, когда этот продукт уже будет у меня сформирован, когда у меня уже будет произведены, ну, вообще вот в рамках подготовки продукта, да, у меня будут представительские расходы, то есть я должна буду встречаться со своими партнерами, либо приглашать их к себе,
либо же, возможно, по этим партнерам я буду ездить, да, у меня будут вот эти представительские расходы, я их посчитала. Я понимаю, что мне нужен сайт для продвижения своего турпродукта. Я понимаю, что для того, чтобы этот турпродукт запустился и быстрее начал работать, на начальной стадии необходимо какой-то такой весомый бюджет вложить, да, в раскрутку этого турмаршрута, для того, чтобы о нем узнали, для того, чтобы была возможность уже надеяться на то, что клиенты, туристы сразу, да, начнут в большом количестве необходимым для меня приезжать уже непосредственно на этот маршрут. Ну и затраты на освоение турпродукта, да, он обязательно тоже, когда вот мы разрабатываем турмаршрут, если мы понимаем, что для того, чтобы он хорошо продавался, если мы небольшая компания, находимся там в районном центре, то, естественно, нам необходимо, чтобы про нас узнал туроператор, да, и чем больше туроператоров про нас будут знать, и чем больше туроператоров, ну, если тем более у нас суперклассный продукт, будет у них желание возникать нас продвигать, то и клиентов у нас всегда будет больше. А поэтому нужно, конечно, проводить ознакомительные туры, там, приглашать туроператоров, возить их по маршруту, да, и рассказывать, презентовать свой турпродукт. Ну, я вот как бы определила, что бюджет для моего конкретного тура будет составлять 1 миллион рублей. А ваша задача, если вы находитесь на старте бизнеса, да, либо туристического, на старте создания туристического продукта какого-то нового для своей компании, эти расходы инвестиционные просчитать. Если, конечно, у вас какая-то текущая деятельность, и вы просто там рассматриваете пути оптимизации, тогда, конечно, расходов на запуск, возможно, у вас не будет, и нет необходимости считать эти затраты. Почему? Потому что у вас уже все организовано, да, у вас уже этот инвестиционный период давно пройден, и просто-напросто этот момент можно расчет вот этих расходов на запуск пропустить, раз он не соответствует вашей специфике, да, вашему текущему состоянию, в котором вы находитесь. Вот. Ну, как бы, это в том случае, если ваша задача, развивая продукт, развивать просто продукт, а не запускать какой-то новый проект на базе действующего предприятия. Значит, если же вы все-таки запускаете новый бизнес, да, то есть новое направление, вы начинающий, то вы должны понимать, что вот этого расчета недостаточно. Этого расчета достаточно для тех, кто уже существует и хочет запустить новый продукт. Просто посчитали, сколько расходов нужно на новый продукт. Этого достаточно. Но если вы находитесь на старте, и у вас еще новая маленькая компания, молодая, да, и у вас еще нет опыта в этой сфере, там не так важно, да, а важно то, что у вас еще нет клиентов, наработанной клиентской базы, то тогда вы должны понимать, что расчета просто вот этих расходов на запуск проекта недостаточно. Необходимо обязательно предусмотреть еще дополнительный шаг, который у вас может возникнуть. Почему? Потому что, когда вы откроетесь, когда вы начнете работать, ну, гарантия того, что клиенты к вам сразу побегут рекой и будут приобретать ваш туристический продукт, она, конечно, не существует. Поэтому вам необходимо создать некую такую финансовую подушечку, да, которая бы позволила вам существовать какой-то промежуток времени, потому что вот нужно будет покрывать расходы, которые у вас есть. И эти расходы нужно будет покрывать за счет тех средств, которые вы заранее должны предусмотреть, потому что клиенты еще не пришли. Или клиенты пришли не в достаточном количестве. Расходы текущие не покрываются за счет вот потока, от того денежного потока, который мы получаем от наших клиентов, да, за счет нашей выручки. И поэтому вот если вы находитесь на старте, вам еще необходимо сделать дополнительный расчет. Рассчитать вот этот вот запас финансовый, да, некоторый, который нужно иметь. И всегда возникает вопрос, а как правильно сделать этот расчет? Есть несколько методик различных, да, но все-таки пойдем по общепринятому такому подходу. Считается, что финансовая подушка, она должна обеспечивать в течение какого-то промежутка времени вашу, так сказать, финансовую стабильность, да, то есть покрывать расходы, которые у вас будут. И это должны быть текущие расходы постоянного характера. То есть ваша задача посчитать ваши постоянные расходы в месяц, сколько они у вас будут составлять. Ну, например, да, опять-таки, по моему непосредственному, по моей непосредственной компании, она у меня уже
существует, допустим, да, ну или только там запускается, мне необходимо аренду помещения сделать, в котором будет располагаться мое предприятие. У меня будет персонал, который будет заниматься непосредственно реализацией этого тура. Да. У меня будет, соответственно, расходы, текущие расходы на рекламу, там, распечатка буклетов, да, там какой-то презентационных каких-то материалов, которые в том числе я буду, там, возможно, какая-то сувенирная, там, небольшая такая продукция, на которую я буду в том числе своим туристам, значит, вручать, когда они будут ко мне приходить. Расходы на продвижение, да, постоянные. Мы должны понимать, что для того, чтобы продукт продавался, необходимо постоянно тратить средства на продвижение, на продажу, да, соответственно. Вот я собираю все эти расходы. Если есть возможности, да, нужно предусматривать, да, что могут возникнуть какие-то расходы, связанные с тем, что мы не учли что-то, когда планировали свою деятельность, непредвиденные расходы. Можно в каком-то фиксированном в размере их установить, можно в каком-то проценте. Кто-то устанавливает в зависимости от суммы оплаты труда, кто-то в зависимости от прямых расходов. Там. Подходы бывают разные, но наша сегодняшняя задача как бы не сильно в этом конкретизироваться, а просто понять, что необходимо собрать вот этот бюджет постоянных расходов за месяц, сколько у вас не будут. Допустим, если у вас уже действующее предприятие, у вас могут быть накладные расходы. Что такое накладные расходы? Это расходы, которые связаны не непосредственно с туром, который вы запускаете новый, а расходы, связанные с содержанием вашей компании. Да? То есть вы уже существуете, у вас уже есть офис, у вас уже есть сотрудники, у вас уже есть, соответственно, вот компания, которая постоянные какие-то издержки, у которой присутствуют. И при этом вы должны понимать, что по-хорошему в стоимости любого турпродукта, который вы предлагаете, помимо вот этих прямых расходов, которые будут связаны непосредственно с этим продуктом, у вас еще могут быть накладные расходы. То есть это расходы, которые общего характера ваше предприятие несет, и часть из этих расходов распределяется на каждый конкретный турпродукт, если у вас там широкая ассортиментная линейка. Конечно, это такие серьезные расходы, расчеты, которые нужно произвести. Накладные расходы могут распределяться там пропорционально объему выручки, да, могут пропорционально объему прямых затрат, пропорционально объему там трудовых затрат, в зависимости от сферы деятельности, от конкретного вашего турпродукта это зависит. Но самая главная задача – понимать, что эти расходы нужно тоже на конкретный турпродукт отнести, когда речь идет о проекте, да, о расчете стоимости расходов, которые вы будете нести по проекту. Потому что вы должны понимать, что каждый конкретный турпродукт, он должен и зарабатывать, и покрывать расходы, которые связаны непосредственно с этим турпродуктом, и в обязательном порядке покрывать расходы, связанные с содержанием вашей вот компании. Так, значит, таким образом получается, что вы посчитали прямые затраты, и теперь уже можно посчитать финансовую подушку. Да, финансовая подушка в чем состоит? Существует такое правило, что финансовая подушка должна составлять от суммы постоянных расходов, связанных с вашим турпродуктом, да, в размере от 3 до 6 месяцев. Вот если я, допустим, начинающее предприятие, можно прям брать по максимуму, если вы не сильно уверены в том, что стабильный поток клиентов к вам придет, взять 6 месяцев, как я для себя сделала, да. Либо, соответственно, вы можете что сделать? Вы можете там 3 месяца взять. Каждый для себя сам определяет вот этот объем месяцев, количество месяцев, которые вы в эту финансовую подушку включите. И таким образом, если вы на старте, да, то получается, что вам необходимо на самом больше будет больше средств вложить вот в начало, в начале иметь для того, чтобы обеспечить бесперебойную свою работу. Чтобы не получилась такая история, что клиентов нет, вам нужно заниматься привлечением клиентов, а вы будете отвлекаться на текущие вопросы, где взять деньги для того, чтобы покрыть аренду, для того, чтобы заплатить зарплату вашим сотрудникам, да. Если там у вас эти расходы, да, там будут, для того, чтобы вложить их в рекламу, да, опять-таки, да, на продвижение вашего турпродукта и на привлечение клиентов. Поэтому вот на старте обязательно предусматривайте себе дополнительную финансовую подушку. Как я уже сказала, для тех, кто уже действующее предприятие, у кого уже есть
стабильный поток клиентов, да, когда мы понимаем, что у нас есть возможность вот в некоторые месяцы провалиться, это не сильно скажется на нашей общей финансовой картине, да, не принесет нам убытков, расчет финансовой подушки делать нет необходимости абсолютно. Итак, тогда мы понимаем инвестиционные вложения на текущий момент, да, оценивая наши ресурсы и потребности в них. Мы понимаем уже текущие издержки, постоянные, которые у нас будут, но у нас еще есть вторая составляющая – переменные расходы. И их тоже нужно, соответственно, посчитать. Здесь, конечно, существует одна из таких… Существует одна из таких серьезнейших, скажем, краеугольных историй, с которой сталкиваются абсолютно все, вне зависимости от того, начинающий вы предприниматель или у вас уже давно существующая компания. Когда мы говорим о расчете составления бюджета переменных затрат, всегда возникает вопрос о том, что переменные расходы – это расходы на единицу продукта, который вы предлагаете, да, на единицу услуги, какую вы хотите оказывать. И здесь всегда важно понять, а что же конкретно является для вас единицей продукта? Что конкретно является для вас единицей услуги? Почему? Потому что в зависимости от того, как вы будете подходить к этому, будут совершенно разные расчеты. Но опять-таки приведу, может быть, достаточно простой пример. А если я говорю о туре, значит, о туристическом маршруте, да, допустим, вот тот пример, который я начала рассматривать, конкретный, да, туристический маршрут, то здесь единицей продукции что может быть? Единицей продукции может быть, соответственно, вот расчет расходов на наш туристический маршрут на одного туриста. Либо, допустим, если я делаю туристический маршрут, который будет групповой, тогда это будет расход переменных затрат, да, вот расчет вот этих переменных расходов на одну группу. Я должна понимать тогда, что это за группа, да, какая она будет. Вот. И здесь это очень важным является моментом определить, что для вас является единицей продукта. Если, допустим, вы на текущий момент действующее предприятие, там вы решите разобраться со своими расходами, понять, где и что, как у вас оптимизировать и как использовать те инструменты, про которые я сегодня буду говорить, то здесь возникает как раз-таки, знаете, еще какой вопрос. А если у нас очень большая ассортиментная линейка, да? А если у нас, ну, например, да, например, вы являетесь компанией, которая входит в чей-то туристический маршрут, да, например, я провожу мастер-классы, у меня гончарная мастерская, и я, соответственно, провожу разные мастер-классы. И мастер-классы могут быть тоже совершенно разные в зависимости от запроса. У них может быть там разная стоимость. Мы можем в рамках одного мастер-класса там сделать горшочки, там в рамках другого мастер-класса сделать там, ну что там, гончарная мастерская, это как-то не очень пример взяла. Надо было взять такой пример рукоделия, да, какого-нибудь, у которого ассортимент может быть разный. Вот. То есть у нас может быть там разная какая-то длительность мастер-класса, который предусматривается, да, разный расход материалов. Давайте который... я, может быть, проиллюстрирую тоже вот, ну, примеры. Давайте. У нас интересные примеры в НХП, народ художественных промыслах, в Ярославле, вот откуда только вернулись, там мастерские, которые фактически объединяют вокруг себя таких мастеровых, ну, предприниматель, который объединяет, сами мастеровые, да, они не очень предприимчивым, нужно понимать, но предприниматель, который вокруг себя объединяет эту коллаборацию и такую экосистему тех людей, кто вот руками работает, действительно, кто готов создавать, показывать эти мастер-классы, он исходит из потребностей и создает некий вот цепочку впечатлений туриста, который туда приезжает. Да? Соответственно, продумываю от самого начала, от вовлечения, вот эта воронка, да, продаж непосредственно, когда это вот социальные сети, когда, собственно, сарафанное радио, рекомендации, скидки, там, акции и так далее, до момента, собственно, завершения вот этих мастер-классов, понятно, что их последовательность обеда, то, где дети, где взрослые и так далее, и так далее. Это целый большой комплексный продукт. Вот, например, тоже рекомендуют, я сейчас
смотрю сайты, тоже готовлю кейс по Яснополю. Например, в Ясногорском районе Дмитрия Черепкова проект, лично его знаю, вот там целая такая цепочка, что приехав на эту территорию, ты можешь, по сути, ну, наверное, неделю-две просто вот изучать то, что там есть. Там есть конный двор, контактный зоопарк, там есть мастер-классы, туда плейбэк-театр приезжает, там есть, соответственно, гостиница-отель, там можно сделать свой огородик, там можно, соответственно, взять детей в школу поместить местную, да, вальдорфскую. То есть, представляете, как... Да, с детьми понятно, что позанимаются конным спортом. Там есть очень необычная площадка аттракционов, которых вот таких старорусских игр. То есть, представляете, вот какой комплекс продуктов, и, соответственно, эта упаковка многих предпринимателей, но, опять же, то ли, тот же Анатолий Казакевич, да, как понятно. Понимаете, то есть на один вряд ли поедут, на два там, да, а вот как создать это впечатление, привлечь их туда, вот об этом. Но вот мы опять же по кусочкам это сейчас все разбиваем, и Лариса об этом говорит. Вот так. Угу. Ну или, допустим, например, у вас гостевой домик, да, и получается, что к вам приезжают туристы, но они у вас находятся, стоимость, там, допустим, понятно, что сколько стоят сутки, да, но приезжает кто-то у вас на одни сутки, кто-то на 10 суток, и совершенно разные там время они у вас находятся. Ну, то есть возникает, тут, наверное, тоже не очень хорошая история, да, ну, ладно, допустим. Или, допустим, вот они приехали к вам, соответственно, в ваш гостевой домик, и они при этом в вашем гостевом домике, помимо того, что покупают размещение, они могут еще дополнительные услуги купить, да, купить там услуги сауны, да, купить там какую-то дополнительную экскурсию, которую вы можете им предложить. Ну, получается, как бы, что там, приезжая, разный набор продуктов каждый клиент может у вас там приобрести. И тогда возникает вопрос, а вот если вот такой ассортимент достаточно широкий, как посчитать правильно расходы на единицу вот этой услуги, которую у вас получает клиент? И здесь можно тогда из какой точки зрения, да, рассматривать, можно рассмотреть средний чек. То есть посмотреть, сколько в среднем один клиент, который к вам приходит, ваш турист, тратит у вас, оставляет у вас денег. И если вы эту историю понимаете, да, там у вас есть общее количество выручки, у вас есть общее количество клиентов, и вы разделите эту сумму. Достаточно, это еще раз говорю, для тех, у кого очень широкий ассортимент. Там, номерные фонды, да, одноместные, двухместные, там, трехместные, очень много этих номерных фондов. Вот как понять, когда вы делаете расчет эффективности вообще открытия этого гостевого дома, как понять вот этот расход на единицу услуги? Мы считаем, сколько в среднем тратит один клиент на, значит, у вас средний чек. И уже когда у вас есть средний чек, когда мы понимаем вот эту величину, мы уже можем посмотреть, а сколько в этом среднем чеке затраты прямые составляют, да, вот непосредственно связанные с обслуживанием этого одного клиента. И можно сделать расчет, исходя из этого среднего чека. Ну или, допустим, вы понимаете там торговую наценку, которую вы делаете, если там у вас сувенирная продукция, и у вас в ассортименте представлено от значков и магнитиков, которые стоят там по 50 рублей, до каких-то статуэток и дорогостоящих там ювелирных изделий, да, которые тоже могут у вас приобрести ваши клиенты. И тогда у вас получается, что оценить вашу жизнеспособность создания этой сувенирной лавки можно за счет того, что вы будете просто понимать средний чек, который будет у вас, сколько средств будет тратить у вас конкретно, каждый турист. Прошу прощения, да? И, значит, наша задача вот рассчитать этот переменный расход. И когда мы производим расчет, ну вот если мы возвращаемся к тому примеру, который был, да, я уже понимаю, допустим, что у меня туристический маршрут двухдневный, что значит у меня два дня и одна ночь в него входит. Я понимаю все объекты, которые необходимо в рамках этого туристического маршрута посетить. Я могу посчитать, сколько при посещении каждого объекта будут тратить средств. Ну вот, да, конкретный прям предмет расчета. Ну, например, я понимаю, там, что размещение в гостинице у меня будет стоить там 500 рублей, допустим, да, что питание у меня, там комплексный обед будет стоить
меня немножко закрывает чат наш. Что, например, питание у меня будет стоить в среднем там, 300 рублей на одного туриста, который будет приходить. И так я могу, мастер-класс там будет стоить там, 100 рублей, да, а, значит, там, сувениры там какой-то, да, если я сама конкретно продаю, для того, чтобы каждому там, допустим, своему туристу подарить какой-то сувенирчик, там, 50 рублей и так далее. То есть я собираю вот эти все расходы, которые у меня будут непосредственно на конкретного туриста, на конкретного человека затрачены, на конкретную единицу, так сказать, да, услуги, которую мы говорим. В моем случае это турист. Вот. И я могу посчитать, что этот тур будет обходиться в расходах для меня, для моей компании в прямых непосредственно 1700 рублей. Я понимаю, что у меня туристический продукт групповой, что это автобусный тур, да? И поэтому по-хорошему переменные затраты нужно мне считать не на одного туриста, а на группу, да? Потому что я буду возить туристов группой. Моя самая главная задача будет наполняемость вот этого туристического маршрута 40 человеками, да. Ну, если это, как я уже говорила, учащиеся, в принципе, это не так сложно сделать, чтобы комплектовать тур 40 человек из детей и педагогов, которые с ними поедут. И таким образом получается, что у меня переменные затраты на вот этот один туристический маршрут, на один круг, да, скажем, будут составлять 68 тысяч рублей, исходя из того, сколько нужно для того, чтобы она одного туриста обслужить, да, и с учетом того, сколько человек у меня в группе непосредственно будет. И вот теперь получается такая история, что я четко понимаю по своему новому туристическому продукту, да, или по своему новому туристическому предприятию издержки, которые мы будем нести текущего характера, но постоянные. Я понимаю издержки, которые мы несем текущего характера, переменные. Остается следующая очень важная составляющая, которой не хватает для того, чтобы посчитать вот эту самую жизнеспособность, да, рассчитать способность продукта приносить прибыль. Эта составляющая называется цена. И, конечно, наша с вами история заключается в том, чтобы мы определили стоимость этого продукта, да, то есть сколько будет стоить этот продукт. И здесь, конечно, нужно понимать о том, что стоимость продукта, когда вы ее определяете, она зависит от двух основных составляющих. Да? У нас есть у любой вещи, да, у любой услуги всегда два важных составляющих – цена и ценность. И вот ваша задача – понимать, что конкретно ценного несет ваш продукт, да, что в нем уникального, что в нем интересного. И, соответственно, какая у него может быть цена. Почему? Потому что иногда получается, что мы можем преследуя какие-то определенные свои цели, устанавливать вот эту вот цену на продукт, просто исходя из, допустим, той средней рыночной цены, которая есть на похожие туры. Или же, если мы понимаем, что у нас вроде как туристический продукт похожий на многие, но у нас есть какая-то уникальность. Коллеги, да, прошу прощения. Вот. Да, я прошу прощения. Выходной день, и ребенок немножко хулиганит. Так, вот, и получается, что ваша задача вот выбрать ту политику ценообразования, которая у вас будет, да, потому что цену можно установить, как я уже сказала, затратным методом, когда вы понимаете четко все затраты, когда вы понимаете, сколько вы хотите заработать на одном вашем, да, вот вашу торговую наценку, можно исходя из этого метода исходить, можно исходя из рыночных цен определить, поставить стоимость продукта, а можно, соответственно, более углубленно подойти, оценивая затраты, оценивая, соответственно, рыночную стоимость, оценивая ценность вашего продукта, уже установить ту цену, которая будет наиболее приемлема и соответствует тому продукту, который вы предлагаете. Итак, допустим, определились с ценой, я решила, что это будет 5 тысяч на одного ребенка. И таким образом, так как у меня групповой тур, один тур мне способен принести выручки в размере 200 тысяч рублей, да, при полной комплектации моего, соответственно, моей группы. Вот. И теперь, когда у меня уже есть понимание вот этих параметров, я могу оценить, перейти, да, вот к этой важной составляющей, ради которой мы сегодня, в принципе, собрались, к оценке жизнеспособности продукта.
Как делается, как и что можно использовать, какие методы? Существуют, конечно, там разные тоже подходы. Я предлагаю наиболее такой, как мне кажется, простой, понятный и... Иди сюда. Вот я думаю, таким образом, да, можно успокоить. Прошу прощения, да, прошу прощения просто, чтобы он ушел и не приходил, потому что надо ему дать то, что он хочет. Итак, да, допустим, маржинальный подход. Когда вы просто рассчитываете вот эту вот валовую маржу, которую способен принести ваш продукт. И если честно, когда мы говорим о том, что у вас достаточно большая ассортиментная линейка, то есть у вас есть очень много туристических предложений, турпродуктов, в принципе, этот подход очень хорош для того, чтобы оценить жизнеспособность нового продукта. Да? Мы не берем в расчет какие-то расходы, которые не связаны с этим конкретным турпродуктом. Мы берем в расчет только те расходы и только те доходы, которые способен принести конкретный туристический продукт, и посчитать разницу между ценой и затратами вот этого переменного характера, которые у вас будут возникать на конкретный туристический продукт, да, если вы вводите какой-то новый. И, в принципе, этого достаточно, чтобы понимать уровень, ну, вообще способность турпродукта приносить прибыль и уровень этой прибыли. Ну, как в моем примере, да, допустим, от 200 тысяч отнимаем 68, понятно, что один тур, да, вот один туристический маршрут, одна группа способна мне принести валовой маржи 132 тысячи рублей. Вот. И это уже можно, в принципе, сказать, что вот, пожалуйста, для кого-то и этих расчетов уже, да, когда у вас действующий бизнес, когда вы понимаете, что у вас постоянные расходы покрываются другими продуктами, а вам нужно ввести в вашу линейку продуктовую что-то новенькое, просто вот такие расходы можно произвести, и этого уже, в принципе, будет достаточно, да, для того, чтобы оценить жизнеспособность продукта. Если же вы хотите более углубленно к этому подходу подойти, то здесь можно методику, да, немножко углубить туда и в расчет показательной части. Очень хорошим инструментом является анализ точки безубыточности. Почему? Потому что именно эта методика позволяет нам ответить на самый важный вопрос. А сколько туристических продуктов нужно продать, да? Или а сколько туристов нужно привлечь для того, чтобы покрыть все свои издержки и как бы вот выйти в ноль? И если у вас уже есть понимание о том, чего вы хотите получить, то этот метод, да, анализ безубыточности, он позволяет нам ответить и на другой вопрос. А сколько турпродуктов нужно продать или сколько туристов, да, то есть клиентов нужно привлечь для того, чтобы получить тот размер прибыли, который мы хотим получать от этого турпродукта? Вот. И этот хороший инструмент, его можно использовать абсолютно всем. Неважно, где вы находитесь, в какой точке. Вы стартуете, начинаете только свой собственный бизнес, да, в этой сфере. Либо вы уже давно действующее предприятие, и вам, соответственно, необходимо четко понимать ваши плановые показатели, которые нужно поставить там, вам перед собой или вашим менеджерам там, по продажам, для того, чтобы обеспечить тот уровень доходности, который вы хотите получать. То есть вот эта точка безубыточности, она дает нам возможность еще и как бы прочувствовать и понять, вот как достичь той цели, которая стоит перед нашим предприятием, тех задач, которые стоят, в какой промежуток времени это можно, соответственно, сделать. Расчеты достаточно простые. Нужно понимать переменные издержки на единицу продукта, да? Нужно или средний чек, и стоимость переменных расходов в этом среднем чеке. Нужно понимать постоянные расходы, нужно понимать цену на туристический продукт или средний чек. И уже благодаря этим основным составляющим мы можем просто-напросто сделать расчеты. Формула расчетов достаточно простая, я на примере конкретно показываю. Итак, возвращаясь к нашему туристическому маршруту, я понимаю, что переменные затраты у меня составляют 250 тысяч рублей. Я понимаю, что... постоянные, да, затраты, что переменные затраты на один туристический продукт, на мой маршрут, да, на одну группу составляют 68 тысяч рублей. Я понимаю, что цена, которую мне может принести этот продукт, соответственно... Почему тут у меня? Интересно, да? Не поправила, ладно. Все уже видится в этом, в реалиях.
Значит, я понимаю, что цена на единицу нашего продукта, то есть наша группа способна, вот запуск этой группы, мне способен принести 200 тысяч рублей, и я могу посчитать уже, а сколько же мне необходимо минимум групп за месяц организовать для того, чтобы выйти в ноль, для того, чтобы покрыть все эти расходы, которые у меня ежемесячно будут в рамках обслуживания этого маршрута. И просто подставив эти значения в формулу, да, которая у нас приведена, мы уже, соответственно, можем посчитать. Но в данном случае у меня получилось две группы. Две группы. Вот. И таким образом получается, что для того, чтобы моя компания вышла в ноль, мне необходимо привлечь... или, точнее, правильно, продать свой туристический маршрут двум группам. Вот. И уже мы здесь понимаем, когда мы вот этот расчет делаем, и чувствуем свой бизнес, как бы, и вот свой продукт в цифрах, да. А вот это вот две группы, это реально или не? Ну, у меня получилась маленькая, да, достаточно величина, но все равно, да, для кого-то, может быть, у кого-то там получится, может быть, количество клиентов, там, 1000 человек за месяц. И мы уже должны понимать, а вот это реальная или величина, или нереальная для нас. Как быстро мы можем, вот если у нас уже действующее предприятие, достичь таких объемов, да? Если у нас стартующее предприятие, то здесь, конечно, понять, как быстро мы можем достичь, немножко сложновато, потому что у нас еще нет опыта, да? Мы еще не знаем, как приблизительно продаются туристические продукты, мы только заходим. Но факт все равно остается фактом, что мы уже вот в количественном выражении, в количестве наших клиентов, в количестве продуктов можем понять, вот для нас вот эта величина, которая получилась, она реалистична, она слишком амбициозна, там, или наоборот, она какой-то у меня, да, что такое две группы за месяц, да это вообще ни о чем. Спокойно можно, в принципе, организовать и сделать, если захотеть. Учитывая, что, в принципе, маржа достаточно высокая. Вот. Теперь на что следует еще, соответственно, обращать внимание. Когда мы используем вот эту методику, да, для оценки жизнеспособности своего продукта, который мы создаем. Здесь возникает вопрос о том, что мы-то работаем не для того, чтобы покрыть все свои издержки и выйти в ноль. У нас-то с вами на самом деле другая задача совершенно стоит. И эта задача заключается в том, чтобы что сделать? Чтобы получить прибыль, да? И чтобы не просто получить прибыль, а чтобы иметь... ну, как бы понимать вообще, чего мы хотим от реализации этого маршрута. И поэтому наша с вами задача заключается в том, чтобы определить вот этот вот целевой объем, тот целевой объем, который мы хотим получить, реализуя наш туристический продукт. Да? Ну, например, да, например, я запускаю тур, и я четко понимаю, что я хочу получать от этого тура не менее 500 тысяч рублей в месяц. Иначе смысла, в общем, не имеет заниматься, да, ну, как бы вот в моем понимании, тратить на это все средства, время, усилия и так далее. И если я понимаю конкретно, чего я хочу, то есть у меня вот это есть, да, измеримость будущей цели, показатель, я могу посчитать, что же мне нужно для того, чтобы этот показатель был достигнут. Я, соответственно, подставляю в ту же самую формулу, которая у нас есть, расчета точки безубыточности, в числитель свой целевой доход, который я хочу получить. Да, вот он у меня составляет 500 тысяч рублей. И когда я уже понимаю этот целевой доход, подставляю его в формулу и делаю расчет, то я вижу, что для того, чтобы получить эти 500 тысяч рублей по данному продукту, мне нужно за месяц, чтобы у меня было 6 групп минимум. Да, то есть 6 продаж своего тура я должна сделать группового. Вот, и получается, уже здесь я могу оценить, а вот эти 6 продаж реалистичны или нет? Да? Эти 6 продаж, в каком промежутке времени они для меня достижимы? Как быстро я приду к исполнению своей цели? И если я вижу, допустим, что 6 продаж для меня, конечно, маленькая величина, но я как бы... Пример же, да, рассматриваем конкретно. Если вы, допустим, понимаете, что вот эти 6 продаж для вас просто заоблачная величина, и вы понимаете, что вы никогда в жизни не достигнете такого объема продаж, это о чем говорит? Это говорит о том, что, скорее всего, вы разработали неправильную бизнес-модель. Бизнес-модель продукта, который не способен принести вам желаемого результата. И исходя из этого, нужно что сделать? Нужно вернуться на шаг назад.
нужно вернуться обратно в бизнес-модель и посмотреть, а что и где мы можем изменить, да? Может быть, мы назначили неадекватную цену на свой туристический продукт, и поэтому у нас получилась такая история, что нам нужно очень много клиентов привлечь, очень много продуктов продать для того, чтобы выйти вот на этот уровень дохода, потому что мы недооценили ценность своего продукта. Да? Он, в принципе, может стоить дороже. Вот. Если мы понимаем, что все-таки у нас адекватная цена, и мы не можем выше головы прыгнуть, да, вот за ту ценность, которая в нем заложена, люди больше не заплатят, тогда нужно пересматривать ресурсы, да, пересматривать, где мы можем оптимизироваться, за счет чего мы можем сократить свои расходы, где-то заменить собственные ресурсы на привлечение партнеров, да, то есть вот по максимуму сделать так, чтобы постоянных расходов было меньше, а переменных расходов на единицу, чтобы они как бы переходили в переменные расходы на единицу. Ну, или, возможно, может быть, там менять партнеров, да, при этом, чтобы не страдало, естественно, качество нашего продукта, который мы предлагаем нашим клиентам. Вот, и поэтому, конечно, такая сейчас, вот уже используя вот этот инструмент, да, можно понять, что в принципе им могут пользоваться абсолютно все. Не только те, кто у нас непосредственно стартует, да, не только те, кто у нас уже действующее предприятие и запускает какой-то новый туристический продукт, но и те, кто у нас действующее предприятие, просто рассматривает перспективы своего развития, да, перспективы повышения уровня своей доходности. И видит, что это можно достичь за счет управления своими ресурсами, за счет управления своими затратами. Вот этот подход, он может быть использован в том числе и в данном контексте. При этом, допустим, еще какие варианты могут быть использованы? Если у вас возникает вопрос о целесообразности, допустим, покупки, да, целесообразности покупки ресурса или использования его в аренду. То есть вы понимаете, там, допустим, да, что, ну, то же самое, допустим, если мы рассматриваем мой пример, когда речь идет о том, что у нас туристический маршрут, автобусный тур, и автобус у нас привлекается, да, мы платим трансфер, за перевозку наших туристов по маршруту сторонней организации. Вот всегда в ходе нашей деятельности возникает такой вопрос, что как лучше быть с этим ресурсом? Привлекать его постоянно, да, или в какой-то момент уже у нас существует та точка, в которой нам уже невыгодно привлекать, а нам легче иметь свой автобус, да, потому что эти затраты переменные на обслуживание одного и того же количества туристов будут превышать постоянную часть расходов, которая будет связана с тем, что если у нас есть этот ресурс в наличии, и он наш лично. Вот этот инструмент тоже можно, соответственно, здесь применять. Но это не наша история, конечно, не та, про которую мы сегодня с вами должны говорить. Вот, но я просто акцентирую ваше внимание, да, почему этот инструмент приводится. Точно так же, допустим, если вы еще не знаете, какую поставить цену на свой продукт, но вы понимаете постоянные издержки, вы понимаете переменную часть издержек, которые будут связаны с созданием продукта, и вы понимаете тот уровень дохода, который вы хотите получить, вы можете рассчитать минимальную цену, которую вам необходимо поставить на ваш продукт для того, чтобы вот получить тот уровень дохода при тех ресурсах, при той бизнес-модели, которую вы предлагаете сейчас для себя, разработали сейчас для себя по вашему турпродукту. И вы уже из этой формулы расчета просто-напросто выводите цену и делаете расчет. И может получиться такая история, что минимальная цена должна там составлять по вашему туру для того, чтобы выйти на 500 тысяч рублей, да, не 5 тысяч, а 3 тысячи, да, и получается, что, в принципе, для кого-то, может быть, это будет важной такой составляющей, которая будет играть в том числе очень, очень важную роль в конкурентной борьбе для того, чтобы привлекать клиентов не только за счет увлекательного тура, но еще и за счет ценового предложения, которое мы можем предложить. Да, или, допустим, вы будете понимать, что до какого минимума вы можете упасть в цене, если речь-то будет идти о том, что просят снизить цену. Вот. Но таким образом получается, что значит, мы можем рассчитывать еще и вот количество
продаж, да, количество продаж вашего турпродукта, либо в количестве клиентов, там, либо в количестве в штучных, да, там, в зависимости от того, что у вас продукт, что у вас за продукт, либо в количестве услуг, вы можете уже делать расчеты, вот, исходя из того, какая у вас история, перед вами какая цель стоит. Но мы идем дальше, да, мы же все-таки с вами оцениваем жизнеспособность продукта, и мы, в принципе, понимаем, что наш продукт, а мы посчитали пока лишь только точку безубыточности, и мы посчитали объем клиентов, которые нам необходимо обслужить, или количество турпродуктов, которые нам необходимо продать для того, чтобы получить желаемый результат. А теперь наша с вами задача дойти все-таки до точки, да, до той точки, которая позволяет нам посчитать прибыль. И первым шагом в этом является прогнозирование продаж. То есть вот выстраивание, да, вот этого количественного и стоимостного показателя, планирование этого показателя на следующие периоды, которые у нас будут, для того, чтобы рассчитать мы могли потом в том числе и нашу прибыль. И, конечно, когда мы говорим о прогнозировании продаж, очень важным является вот тот вопрос, а как правильно сделать прогноз? Как в реальности-то угадать, что такое количество клиентов к нам придет? И всегда это такая краеугольная точка, которую сложно решить. Если вы действующий бизнес, вам очень легко, да, вы понимаете прошлые продажи, да, вы понимаете, каким образом, приблизительно чего вы достигали, когда вы вводили новый туристический продукт, да, и вам легче спрогнозировать, более реалистично спрогнозировать, соответственно, тот объем клиентов, который к вам может прийти, то количество продаж, то продуктов, которые у вас может сложиться. Если вы начинающее предприятие, конечно, вам достаточно сложно, наверное, сразу понять объем продаж турпродуктов. Но здесь очень важным моментом, что является. Является вот история, та среда и та текущая ситуация, в которой вы находитесь, да, потому что вы уже можете, возможно, исходя из договоренности с вашими партнерами, понимать, сколько они минимум к вам клиентов могут за месяц принести. Вы можете понимать, там посмотреть, как работают похожие туристические компании, да, или предприятия на рынке, и посмотреть приблизительно, какой поток клиентов у них, исходя из того, сколько они существуют лет, да, приблизительно там распределить, как вы будете развиваться. Можно посмотреть статистические данные, которые тоже дают нам хорошую такую основу для того, чтобы иметь возможность планировать. Кроме того, различные там в интернете, да, у нас есть различные блогеры, различные, как это называется, различные сайты, на которых собираются, да, там очень много travel-блогеров, люди обсуждают, да, я и хотела сказать, которые обсуждают и рассказывают, да, о том, как развивались их миллионными проекты. Подписчиками, да. И уже у них можно посмотреть приблизительно, какая у них была тенденция, какая была статистика. Очень волнует дальнейшая ситуация с COVID. Но смотрите, конечно, вот здесь ситуация с COVID, она такая все-таки очень непонятна, и непонятно, чем она вылезет. Она может для нашего туристической отрасли быть и плюсом, и минусом, да, благодаря тому, что были границы закрыты, и вот это случилось, эта страшная история по всему миру. У нас наша туристическая отрасль оказалась только в выигрышном состоянии. Почему? Потому что внутренний туристический поток намного вырос. Когда люди не получили возможности выезжать за границу, да, в Турцию, там, в Египет и так далее, в другие страны, получается, что они-то хотят все равно отдыхать. И они, естественно, что делают? Они поехали в страну, и в результате получается наоборот. До тех пор, пока нас не посадили, как мы сидели там у кого-то там 2 месяца, у кого-то 4 месяца, да, в разных регионах сидели люди, никуда не имея возможности выходить лишний раз, только за продуктами. Но это, конечно, история для всех не очень хороша, но те, кто в туристической индустрии работает, они зарабатывали на том, что они предлагали онлайн-туры. И эти онлайн-туры тоже способны приносить деньги. Да? Вот. А с другой стороны, вот смотрите, сейчас эта дальнейшая ситуация с COVID резко заканчивается.
и резко открываются границы. Наш туристический бизнес от этого только пострадает. Почему? Потому что все те, кто привык ездить за границу, учитывая, что качество сервиса у нас все-таки страдает, они потекут туда, куда они привыкли ездить, беззаботно отдыхать, да, потому что там организация досуга достаточно на высоком уровне, в отличие от, ну, у нас в стране, пока мы еще не дошли до того уровня, который предлагается за границей. И это для нас, наоборот, будет не очень хорошей историей. Поэтому здесь важно вот четко понимать, что у вас за туристический продукт и как вы можете сейчас воспользоваться ситуацией благодаря тому, что есть COVID, да. Что вы можете сделать для того, чтобы, допустим, если вы понимаете, что вам важно, чтобы приходили люди, а будут закрыты какие-то границы, закроются, да, там межрегиональные, вот это, межмуниципальные езда будут закрыты, да? Что вы можете сделать, какой продукт предложить для того, чтобы вы все равно могли зарабатывать? Потому что, как я уже говорю, очень популярны сейчас вот эти онлайн-туры, да, очень популярны у нас, допустим, вот онлайн-квесты тоже, да, которые создают те же самые туристические компании, исторические там квесты. И, в общем, ваша задача посмотреть и подумать, что вы можете в этой ситуации сделать, потому что я как бы считаю, что ситуация с COVID, она не на всех плохо сказалась, тех, кто работает в нашей индустрии, той, про которую мы сегодня, да, находимся. Вот. Но если я ошибаюсь, вы можете прокомментировать. Что ж, итак, значит, наша задача вот постараться составить прогноз продаж. И когда мы составляем прогноз продаж, мы можем опираться вот на несколько важных таких опорных точек. Да? Мы, в принципе, с вами уже расчет точки безубыточности понимаем, как делать, и можем понимать минимальный объем продаж, который у нас должен быть, и можем оценить, да, вот, как долго мы можем находиться вот в этой зоне убыточности, да, до тех пор, пока наш туристический продукт не обеспечивает достаточного количества клиентов для того, чтобы покрывать постоянные расходы, которые с ним связаны. Нам важно понимать вообще цель, ради которой мы создаем свой продукт. Что это? Какой целевой показатель мы хотим достичь? И как быстро мы хотим на него выйти? Мы хотим получать те же самые 500 тысяч рублей за тур и хотим, чтобы это было уже, допустим, через 2 месяца, через 3. Или мы хотим в течение года постепенно выйти на этот туристический продукт. И уже эти два параметра, да, они влияют на наш прогноз продаж, на то, как будет он выглядеть от уровня нашей амбициозности, да, в том числе. Ну, как бы вот эта сама методика, она здесь уже у нас описана, а мы с вами как бы идем уже непосредственно дальше к следующей истории, то есть составление плана продаж. План продаж составляется очень просто. Это просто табличка, в которой вы указываете количество продуктов, которые вы будете предлагать там, да, турпродукт один, турпродукт два, может быть, всего у вас там турпродукт. Понимание цены, за какую стоимость вы будете турпродукт предлагать. И расчет о выручке, который способны принести ваши клиенты вам, благодаря тому, что они будут вот в том объеме, соответственно, покупать, в котором вы планируете. И когда вы вот этот прогноз продаж для себя уже простраиваете, очень важным является не только прогноз продаж построить, а все-таки дойти до конечной цели, да, про которую мы говорим, а посмотреть вот уровень-то прибыли, какой у нас будет благодаря этим продажам, сколько она у нас составит. И наша с вами задача, соответственно, сделать следующий шаг в обязательном порядке, да, рассчитать вот этот показатель финансового результата итогового. Он очень просто рассчитывается. Кстати, вот можно совместить прогноз продаж и расчет прибыли в одной табличке. Это я всегда придерживаюсь, да, такой истории, которая подразумевает меньше всяких таблиц, которые легче просмотреть. И понимая количество продаж, понимая цену, мы можем считать выручку. Понимая затраты, понимая составляющие, вот, переменную постоянную часть, мы можем считать нашу прибыль, которая у нас получится при том или ином объеме продажи нашего туристического продукта. Ну, естественно, мы можем считать нашу чистую прибыль. Но вот в этом месте я бы хотела, знаете, как сделать? Я просто люблю чувствовать все в цифрах, поэтому я переподключусь, да, на Excel-ескую табличку, если вы не против, и покажу вам, соответственно, вот такую историю. Скажите, пожалуйста, таблицу видно? Если да, плюсик в чат напишите, чтобы я понимала, что все хорошо.
Да, все, спасибо большое. Угу. Так, сейчас я немножечко чат сокращу, чтобы мне было тоже видно всю табличку, наверное, не целиком. И теперь вот ваша задача уже, когда вы составляете прогноз продаж и рассчитываете прибыль, просто-напросто иметь эту расчетную таблицу и посмотреть, что у вас в цифрах получается. Ну, допустим, я только запускаю свой новый туристический продукт, да? Я понимаю, что даже если я сейчас прям очень сильно захочу, ну, где-то максимум я там два тура буду продавать, да? И я понимаю, что у меня точка до безубыточности была о том, что минимум два тура – это уже в плюс. А, допустим, я понимаю, что я не смогу два тура продать, я могу только один тур в месяц продать. Да, там первые два месяца я буду по одному туру продавать, потом я потихонечку буду раскручиваться там, как я приблизительно оцениваю, да, уровень своего, соответственно, своих возможностей по продвижению продукта. И я уже подставляя, да, то есть, ну, как бы понимая, какое количество продаж у меня будет, я могу рассчитывать свою прибыль. Сейчас так сделаем. Вот, вот как-то вот так, да? Так, почему у нас там? Ага, потому что у нас вот тут вот одно что-то за история такая, почему у нас тут не все до конца. Угу. Вот, и таким образом что получается? Таким образом мы уже можем, прогнозируя количество, да, продаж своего турпродукта, количество клиентов, которые мы хотим привлечь, мы можем, понимая цену, да, вот, понимая цену, вот так буду выделять, да, понимая, сколько у нас на единицу продукции будет переменных затрат, понимая, сколько у нас постоянных затрат, можем видеть итоговый финансовый результат. И мы видим, допустим, что если мы продаем по одному туру, это мы находимся в убытке. И вот как раз-таки, если вы на старте находитесь и это запускаете только лишь свое предприятие сейчас, то вам финансовая подушка как минимум на 2 месяца при таком исходе дел необходима, да? А если, соответственно, вы действующее предприятие, вы просто видите, в какой мере будет проседание у вас до тех пор, пока вы не привлечете необходимого количества клиентов. И уже мы понимаем, в каком месяце, благодаря нашим продажам, у нас будет более хороший результат. И мы понимаем, сколько мы можем заработать за месяц при том уровне продаж, который мы сейчас для себя напланировали. Да? Ну, здесь, если я по 6 напишу, везде до конца года. Вот мы понимаем, что, в принципе, наше предприятие, вот этот, наш турпродукт способен нам принести, ну, в моем примере, сейчас 3 миллиона. Если, соответственно, просматривать те прогнозы, которые были построены, видно, что я выйду на точку желаемого дохода лишь в 10 месяце, да, вот мои 500 тысяч рублей чистой прибыли получаются. И в результате возникает, соответственно, такая история, что, ну, меня не устраивает 10 месяцев, я хочу выйти на этот результат намного раньше, да, я буду больше там в рекламу, в более эффективный метод, и так 500 тысяч заложено на рекламу, которая, в принципе, должна дать возможность не один тур продавать за месяц, а уже сразу выходить на другие рубежи, да, и я должна понимать, что вот минимум 6 туров я там уже буду продавать на третий месяц, а туда дальше еще и больше, еще и лучше, да, ну и так далее. И так далее, да? Вот так протяну, чтобы не перебивать. И прогнозируя свои продажи, вы можете понимать, как у вас будет изменяться история с вашей доходностью, и что у вас вообще будет происходить, и способен ли, соответственно, ваш продукт быть окупаемым, приносить прибыль. В данном примере, да, мы видим, что есть прибыль. Вот, пожалуйста, мы достигли нужного результата. Мы понимаем, что он, наш туристический продукт, способен принести прибыль. То есть у нас уже есть возможность, да, при тех условиях, которые мы придумали, которые мы разработали, запускать этот тур, потому что мы видим, что достижение результата возможно. Да? При этом параметры нашего продукта в моем случае получились очень такие лояльные. Да? Мы видим, что, в принципе, ну, не такие большие, высокие заоблачные количества продаж необходимы для того, чтобы этот результат получить. Вот. А если мы говорим о реализации оценки жизнеспособности в полном объеме, то мы должны понимать, что, как я уже сказала, не только прибыль является основным ключевым критерием. Про что необходимо помнить еще дополнительно? Необходимо помнить про то, что у нас есть срок окупаемости, да, вот тех вложений, которые есть. И здесь, конечно, приемлемый срок окупаемости каждый для себя сам определяет.
Для кого-то, в принципе, и 5 лет окупаемости в продукт, может быть, будут приемлемы, да? А для кого-то там полгода окупаемости в продукт приемлемы, а если уже дальше, то это значит, что продукт для нас не нужно, соответственно, внедрять, потому что он слишком долго отбивает результаты, да, вложения, может быть, заменить его каким-то другим. Вот, и поэтому этот дополнительный критерий тоже можно использовать. Считается окупаемость достаточно просто. Мы наш объем инвестиций, который вкладываем в наше предприятие, делим на среднегодовую прибыль, которую способно оно принести, соответственно. Но если мы вернемся в нашу историю расчетную, которая у нас была, да, в экселевскую табличку, и мы понимаем, что да? И мы понимаем, что наши инвестиции на запуск какую-то определенную сумму должны были составить. Но если вы помните, там, да, в моей истории это был 1 миллион рублей, то мы, в принципе, можем посчитать срок окупаемости нашего проекта. Окупится ли, да, нам нужно принять решение. Мы реализуем только те продукты, которые способны окупиться, допустим, в течение года. И если мы нашу прибыль, которая у нас будет получена по итогам года, значит, так напишу срок окупаемости, да? И если мы нашу прибыль, которая у нас есть, наши инвестиции, которые у нас есть, что ж я там оставлю? Наши инвестиции, которые у нас есть, делим на ту прибыль, которую способен принести наш доход прогнозируемую, мы видим, что срок окупаемости 0,6 года. Но если мы эту величину умножим на 12 месяцев, мы поймем, что это один месяц. Да? Наш проект способен окупиться в течение месяца. И это достаточно круто, да, получилась такая история. Очень интересная, крутая, но это конкретные цифры, конкретный пример. И, соответственно, если бы у нас здесь были другие объемы продаж, то, естественно, срок окупаемости мы потихоньку, что делал? Он потихоньку бы у нас изменялся. Вот, и чем меньше продаж, чем меньше прибыль, тем длиннее срок окупаемости. Но, по крайней мере, вы уже понимаете, что есть расчетный критерий, который тоже можно использовать для принятия решений при выводе этого продукта на рынок. Далее, на что еще хотела акцентировать внимание, наверное, последний момент, о котором я хотела в том числе сегодня поговорить. И потом, если есть вопросы, мы можем тоже какие-то вопросы обсудить. А какой, соответственно, важный еще момент существует? Нужно помнить ту историю, что когда мы говорим о жизнеспособности, когда мы говорим о прибыли, которую способны получать предприятия, нужно понимать, что прибыль – это абсолютный показатель. Абсолютный показатель, который характеризует вот тот эффект, который получен. Вот представьте, допустим, я вам сейчас скажу, что, соответственно, вы получили в этом месяце чистой прибыли в размере там, 5 миллионов рублей. Скажите, пожалуйста, вас устраивает эта величина? Ну, можно в чат там плюсик написать, чтобы я понимала. Да, там устраивает, не устраивает. Угу. Так, я вижу, что многих, в принципе, эта величина устраивает. Хорошо. А теперь представьте, что вы являетесь там компанией, ну, не, пусть она, не, конечно, не наша туристическая сфера, ну, хотя почему? Ну, ладно. Что вы являетесь, допустим, «Газпромом», или являетесь там «Росатомом», или являетесь крупнейшим туроператором по всей стране и за рубежом. И тогда возникает вопрос о том, что, ну, извините меня, 5 миллионов за месяц для такого объема вложений, для такого объема ресурсов привлеченных, для такого количества работающего персонала – это просто ни о чем. И поэтому, когда мы говорим про оценку жизнеспособности, когда мы хотим действительно понять, вот та прибыль, которая у нас получилась, она адекватная, она соответствует тем вложением, да, вот в ресурсов, времени, которые мы тратим на создание нашего продукта и на его запуск, очень важным является дополнительный показатель рассчитать. Этот показатель называется показатель рентабельности. Да?
Эти показатели, они характеризуют отдачу. Отдачу на вложенный капитал, отдачу на вложенные усилия, отдачу на вложенные затраты, отдачу на выручку, да, то есть вот... То есть показатель рентабельность выручки говорит нам о том, что рентабельность услуг, он нам говорит о том, что сколько прибыли приносит нам наш клиент в каждом рубле, да, то есть сколько прибыли приносит наш турпродукт в каждом рубле полученной выручки. Когда мы говорим про рентабельность деятельности, мы понимаем, сколько приносит нам прибыли каждый вложенный, затраченный, да, рубль, вот в организацию нашего туристической деятельности или нашего турпродукта в обслуживании. Рентабельность вложенного капитала характеризует нам, какую прибыль способна принести на каждый вложенный, да, вот в создание продукта, то есть какую прибыль может принести турпродукт, вложенный в создание, в его создание на каждый рубль. Да? И таким образом получается, что когда мы рассчитываем показатель рентабельности, мы получаем некую относительную величину. И вот эта относительная величина, она дает нам возможность оценить степень удовлетворенности, да, там, или степень достаточности прибыли полученной. Если у вас получается, допустим, такая история, что вы туристический продукт разрабатываете, расчеты прикинули, сделали, и видите, что этот туристический продукт способен приносить прибыль, которая в рентабельности, да, в процентах выражается, допустим, маржа его составляет там, 4%. И получается, что в общем количестве, в итоге по году, да, при привлечении большого количества клиентов там прибыли неплохой, но... Рентабельность бизнеса практически нулевая, да, то есть эффект отдачи очень маленькая. И тогда вы должны понимать, что вот если у вас такая история присутствует, значит, ну что нужно делать? Значит, нужно работать с продуктом, значит, нужно работать с бизнес-моделью, которая у вас есть. Нужно искать пути оптимизации издержек, да, либо пути повышения стоимости. Нужно, возможно, пересматривать, да, туристический продукт, пересматривать его комбинацию, потому что, как мы уже говорим, турпродукт, он состоит из различных элементов, которые собираются в себя, да, вот в этой, которые он собирает в себя. И ваша задача, вот, возможно, эти элементы пересмотреть, переработать, переделать и достичь другого уровня рентабельности. Скажите, вот из тех, кто у нас сегодня присутствует с действующим бизнесом, какой уровень рентабельности у вашего продукта, вы считаете? Или только финансовые результаты прибыли смотрим? Ну, пока там, если кто-то напишет, я прокомментирую, да, еще дальше. Почему нужно считать? Потому что если, допустим, вот вы увидели, что такая низкая рентабельность, значит, что-то нужно у вас, возможно, у вас не так. Если вы, наоборот, видите, допустим, что у вас рентабельность там составляет, там, допустим, 50% по продукту, ваша задача посмотреть, а вот эта величина 50%, она адекватная или неадекватная для вашего направления конкретной деятельности? Если, допустим, вы создаете, производите сувенирную продукцию и продаете, да, и заглянете в статистику и посмотрите, с каким уровнем рентабельности работают другие туристические, ну, компании, которые производят, да, новые продукты, предстоит расчет. Хорошо. Вот. И ваша задача, соответственно, посмотреть, а вот это ваши 50%, она адекватная цена или нет? Если вы увидите, что у тех, кто работает на этом рынке, рентабельность, допустим, составляет 100%, значит, опять-таки, что-то не так в вашей бизнес-модели. Возможно, ее нужно пересмотреть, да? Что-то вы не то делаете или не все... Не, ну, как бы слишком высокие затраты у вас, или, может быть, у вас слишком низкая цена, раз у вас такая низкая рентабельность. А может быть, наоборот, ваши 50% это на самом деле очень высокая рентабельность, у других 20%. И опять-таки такая история возникает. А если мы разрабатываем, как бы находимся на старте, там, допустим, или разрабатываем новый продукт, важно понять, почему такая высокая маржа получилась. Вы создали какое-то уникальное торговое предложение, да, какую-то уникальную ценность, и поэтому, там, может быть, инновационную какую-то составляющую ввели в ваш продукт, и благодаря этому у вас получается такая высокая маржа. А может быть, наоборот, получается, что вы какие-то расходы не учли, что вы что-то упустили, что-то важное. И вот эти показатели рентабельности, они как бы являются такими дополнительными индикаторами, которые позволяют нам просмотреть, а все ли мы учли, ну и как эффективно мы в конце концов будем работать или работаем на текущий момент, если мы эти расчеты делаем. Вот. Ну, смотрите, у нас, в принципе, осталось тут немножко времени. Есть ли какие-то вопросы?
Все ли понятно было по тому, что мы сегодня с вами обсуждали? Коллеги, да, задавайте ваши вопросы. Вот, включите, да, видео по возможности. Вам, ну, а, задание, Ларис, какое? А я сейчас дойду до задания, я просто хотела сначала про вопросы. Может быть, просто что-то непонятно, потому что раз все-таки задание, да. Мне бы очень хотелось, чтобы вы в нашей следующей встрече вот произвели оценку вашей жизнеспособности, вашего продукта. Для того, чтобы это сделать, по-хорошему, что вам нужно сделать? Вам необходимо, соответственно, определить ресурсы, которые вам требуются для того, чтобы ваш туристический продукт, для того, чтобы ваш туристический продукт спустился. Вам необходимо оценить, исходя из тех ресурсов, которые вы для себя определите, ваши, ну, если вы новый продукт запускаете, да, или вы только начинающий бизнес, значит, ваши инвестиционные издержки. Если вы действующее предприятие, вы тогда можете, соответственно, рассчитать для себя только лишь постоянные переменные расходы, связанные с вашим турпродуктом или с вашим предприятием, какая у вас история на текущий момент есть. Очень хочется, чтобы вы составили прогноз продаж, да, опираясь на точку безубыточности, опираясь на тот целевой доход, который вы хотите получить от вашего продукта и в какое время вы хотите на него выйти, и рассчитали вот как раз-таки эту прибыль и, если есть возможность, показатель рентабельности, если требуется показатель окупаемости для вашего продукта. Вот, мне очень хочется, чтобы вы это сделали. Почему? Потому что как раз-таки эти показатели, они дают нам понимание экономики всего проекта. Потому что мы можем создавать супер уникальные идеи какие-то, придумывать. Но если эта идея не будет приносить дохода, если она не будет покрываться, да, выручкой, расходы все не будут покрываться, то в результате будет не очень хорошая история. Вы не сможете воплотить, какая бы ни была ваша шикарнейшая идея в жизнь, потому что, ну, если это только не благотворительный проект. А мы все-таки с вами сегодня про бизнес. Так, цифры и таблицы – это слабые места гуманитарных людей. Вот совершенно с вами согласна. В туристическом бизнесе, кстати, очень много работает творческих личностей. Но я постаралась привести максимально простую методику, да? Вот эту методику, которую можно использовать для оценки проектной деятельности, вот для оценки эффективности проекта. Она самая простая. Я, конечно, могла вам привести тут кучу других подходов, которые используются, более продвинутых, там, с расчетами, с оценкой временной стоимости денег, да, с оценкой дисконтированных потоков денежных и так далее. Это очень сложные методики. Мне кажется, не имеет ли это смысл, когда речь идет о просто тестировании, да, идеи. Когда уже речь пойдет о разработке бизнес-плана для привлечения серьезного финансирования, возможно, тогда эта история будет для вас. А сейчас я постаралась максимально вот простую методику, ну и самое главное, полезную. Да, полезную не только для тех, кто стартует, но и полезную для тех, кто уже работает. Так, голова теперь по-другому работает. Это меня очень радует, Нина, спасибо. Так, тоже хочется посчитать поскорее. Хорошо, это здорово. Так, вот, и поэтому мне очень хочется, чтобы вот это домашнее задание, так сказать, сделали, рассчитали, оценили жизнеспособность того турпродукта, над созданием которого вы сейчас работаете. Это будет вашим заданием. А мы с вами уже, когда в следующий раз встретимся, я смогу по вопросам, которые у вас возникли, да, там, что-то не получилось, не понимаете, как распределить постоянные перемены, потому что, когда мы начинаем делать, возникает куча дополнительных вопросов, на которых уж хочется, чтобы кто-то помог, да, ответить. Да, кроме того, что я хочу сказать, что у нас, в принципе, в нашей рабочей тетради есть, да, в нашей рабочей тетради бизнес-план, шаблон? Или мы отдельно его? Мы отдельно, да, решили не делать в данный момент рабочую тетрадь. Ты перешли, что необходимо, если необходимо, мы это распечатаем. Нет, я в принципе думаю, что нет необходимости распечатывать. Я просто думаю, что мы можем в электронном виде, если вы хотите. Мы можем вам переслать еще. Да, я подготовила для вас, значит, шаблон бизнес-плана, если вам потребуется. Но как бы у нас не стоит задача бизнес-план разработать, но вдруг на перспективу вам пригодится, если захотите привлечь финансирование, да, какое-то, в том числе, допустим, на получение субсидии от... на компенсацию расходов, да, связанных с созданием турпродукта.
У нас есть эти виды субсидий, которые у нас предлагаются. Вот. И кроме того, еще есть финансовая модель. Я вам показала лишь только одну табличку с этой финансовой модели, да, которая дает возможность забивать количество продаж и, соответственно, итоговый результат видеть. А та финансовая модель, которая у нас есть, я вот даже сейчас думаю, может быть, я сегодня чуть-чуть ее еще упрощу, я прям разделю, у меня там немножко сложновато по турпродуктам разбито. Я, может быть, ее упрощу с точки зрения того, что я сделаю таблицу просто переменных расходов, постоянных расходов, которые вы наполните, да, и уже автоматически у вас там, исходя из количества продаж, которые вы планируете, и цены, будет считаться вот эти итоговые показатели, про которые мы говорим, и мы тоже вам тогда ее в чат сбросим, чтобы вы могли этим воспользоваться. И меняя показатели объемов продаж, меняя затраты, видели, как затраты, да, как вот ваши усилия по привлечению клиентов будут на итоговый результат влиять. Очень здорово. Я люблю финансовые модели, потому что они позволяют прочувствовать бизнес в цифрах. Такая история красивая. Так, ну что, Андрей, скажешь? Да, ну, коллеги, да, какие у вас вопросы? Может быть, действительно, а продемонстрируешь сейчас вот то, что, ну, пускай с корректировками, то, что будет высылаться, ну, чтобы знали, что необходимо делать. Вот это, мне кажется, важный момент. Угу. Хорошо, сейчас я... Открою файлик. Угу. Да, коллеги, пишите, задавайте вопросы. Еще раз мы сделаем небольшую консультацию, вот, ну, под запрос ваш, Ларисин, во второй день. Но вот опять же, если будут конкретные запросы, которые мы понимаем, что они тоже для большинства вот, имеют смысл, а так пишите лично, пожалуйста, да, спрашивайте. Вот смотрите, я, значит, загрузила файлик. Финансовая модель, инвестиции, затраты по проекту, да, то есть затраты на запуск туристического продукта. Хорошо, Нина, я поняла, обязательно поможем вам всем, чем только сможем, да, своими знаниями. Значит, график реализации проекта, где мы пишем, у нас есть инвестиции. И мы здесь записываем те виды расходов, которые нам необходимо произвести для того, чтобы создать турпродукт и его запустить. Эти расходы мы здесь собираем, мы здесь их заносим, сколько они у нас будут в общей сумме, и мы распределяем, какие промежутки времени нам нужно их будет произвести. Да, там, допустим, по какой-то статье расходов у нас там будет 100 тысяч рублей, и мы их планируем потратить 50 тысяч рублей в марте, в феврале, и 50 тысяч рублей в марте. Да, там, допустим. Ну, вот таким образом. Откуда вы возьмете эти средства? Да, потому что всегда следует говорить о том, что если мы говорим о расходах на запуск, за счет чего? Это будут ваши собственные средства. Либо вы привлечете это финансирование, да, либо вы хотите получить это и реализовать за счет грантов или каких-то субсидий. Здесь вы можете указать источник, который будет покрывать эти расходы. Далее идет прогноз продаж по проекту. И если вы увидите, мелковато, может, я чуть-чуть покрупнее сделаю. Я-то всегда люблю, чтобы все видеть поле. Сразу с большими моделями работаем. Сейчас чуть больше сделаем. Чтобы видеть показатели, да? Нам важнее показатели видеть. Вот. И получается, что у нас есть прогноз продаж по проекту. Просто я, видите, я несколько турпродуктов тут как бы планировала. Может быть, не стоит оставить один турпродукт там, или парочку. Значит, объем продаж, который вам необходим, который вы планируете в натуральных единицах, то есть указывайте, что это у вас, да, либо это у вас количество туристов, либо это у вас там количество оказываемых услуг, да, там, по проживанию, либо там у вас количество мастер-классов проведенных, ну и так далее. То есть то, что вашему проекту соответствует. И можно здесь количество выражений заносить. Стоимость этой услуги, то есть по какой цене вы будете его продавать, заносите. Вот, допустим, да, первого турпродукта планируется там 50 единиц продажи, там, количество клиентов. Стоимость турпродукта 10 тысяч рублей. И у вас, получается, моделька уже сама посчитала вам ожидаемую выручку, сколько у вас будет.
Теперь дальше идет расход, прогноз текущих расходов по проекту. Я вот их здесь просто разбила по категориям, там материальные расходы, трудовые расходы. Может быть, здесь, я думаю, упростить, написать просто постоянные расходы по проекту в течение месяца, чтобы вы могли перечислить. И, соответственно, переменные расходы на единицу продукции перечислить, чтобы оно выявилась у вас эта величина, и потом, чтобы вы могли, занеся эту информацию, уже получать сразу общую сумму затрат. Да? Потому что я здесь отдельно сделала материальные расходы, потому что вдруг у кого-то мастер-классы, вдруг у кого-то производство сувенирной продукции, вдруг у кого-то там гостиница, да, и требуются тоже материальные расходы там, на уборку, эти, на закупку и постоянный обмен там, постельного фонда, ну, в общем, и так далее. Значит, расходы по персоналу отдельно я здесь тоже вывела. И потом у нас были как раз-таки вот эти прочие текущие расходы, постоянные, они у нас здесь так и остались. Я просто думаю, может, переменные чуть-чуть переформулировать, потому что там сложновато, мне кажется. Вот, и если вы понимаете постоянные расходы, вы их сюда записали, уже ваша моделька потом дальше даст нам возможность, запишите, какая у вас система налогообложения. Налоги, к сожалению, нужно будет считать вручную, да, там, потому что, я не знаю, у вас 15% упрощенка, либо у вас патент, либо у вас там сельхозналог. Разные же могут быть у вас сферы деятельности в рамках вашего проекта. И получается, что у нас тогда уже автоматически потом сформируется вот как раз-таки прогноз денежных потоков, который будет давать вам возможность рассчитать срок окупаемости, он автоматически рассчитывается. И будет формироваться прогноз прибыли и убытков, который будет давать нам возможность рассчитать уровень нашей прибыли и уровень рентабельности. Помимо этого, в этой финансовой модели есть вкладка «Графики», они строятся автоматически. Да? То есть автоматически выстраивается график срока окупаемости, автоматически выстраиваются графики объемов продаж и прибыли. Вот такая она, вроде, на мой взгляд, неплохая моделька. Я вот просто думаю, что, наверное, я вам ее чуть-чуть, если хотите, упрощу. Если нужно, можете плюсы в чат написать, я точно понимаю, что это вам пригодится, чуть-чуть упрощенный вариант. Да, то есть соответствующий тому подходу, который мы сегодня рассматривали. Не детализировать в разрезе разных турпродуктов, а детализировать в разрезе одного турпродукта или среднего чека. Да, то есть когда у вас большой ассортимент, вы можете посчитать средний чек. Одну среднюю покупку одним среднестатистическим вашим клиентом. И расходы на этот средний чек. Круто. Хорошо, Марина, спасибо за обратную связь. Так, это то, что касается финансовой модели. Так, теперь сейчас я еще открою. Так, и сейчас я еще открою шаблон бизнес-план, да, который у нас есть. Бордовский документ, который можно заполнять. Так, это вот как раз так. Вот, открылась та история, которая необходима. И если на нее посмотреть, то у нас бизнес-план содержит упрощенный такой вариант, не слишком сложный, да, потому что, да, упростить. Все, хорошо, Татьяна, я вас услышала. Хорошо, упрощу я немножко, чтобы соответствовало тому, чему я вам рассказывала. Значит, и что ж получается? И получается, что раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь разделов. В принципе, этот бизнес-план на основе разработан нескольких, да, там, рекомендаций по тому, как должен выглядеть бизнес-план для получения государственной поддержки вот на их основе. Очень просто. Сначала описываете свой проект, то есть кто такие вы, инициатор проекта, в чем заключается ваш проект, как он называется, где он будет реализоваться, какая это у вас стадия сейчас, в чем заключается суть вашего бизнес-проекта, да, который вы реализуете, то есть непосредственно того, о котором сейчас идет речь. Да, это развитие вашего предприятия, либо создание вашего предприятия, либо создание нового турпродукта на базе действующего предприятия. То есть вот, что у вас сейчас, какая история, какую вы ставите перед собой, в какие сроки и какую цель вы ставите перед собой, какие задачи вы должны будете решить,
ключевые показатели, да, то есть вот эти вот объем вложений, которые вам необходимы, за счет каких средств у вас будут эти вложения окупаться, какое количество наемных сотрудников там планируется, с какой заработной платой, какая ожидаемая у вас будет доходность по вашему предприятию и срок окупаемости. Вот. И дальше уже пошло описание, здесь как бы описательная часть, которая подразумевает раскрытие той концепции, того продукта, который вы создаете, вот, более такое подробное, да, чем там приведено, маркетинговый план, то есть что вы будете делать, как вы предлагаете позиционировать свой продукт и продвигать его, и осуществлять продажу. Значит, анализ конкурентов сюда же, да, можно включать, сюда же включаются более подробное описание стратегии, планирование как раз-таки маркетингового бюджета, исходя из вашей стратегии, прогноз продаж, который вы хотите, соответственно, чтобы у вас сложился, наименование турпродуктов, которые есть, да, и с учетом того, что какое количество вы будете продавать, по какой цене, формирование расчета выручки. Ресурсы, которые у вас есть, которые вам необходимы, да, вот как бы оценка этих ресурсов, то, про что мы сегодня говорили, оценка потенциала кадрового, который у вас есть, то есть команда проекта, сколько вообще персонала вам потребуется в найме, да, дополнительно. Затраты по проекту рассчитываются, которые необходимы, то есть инвестиционный бюджет описывается, описываются прямые затраты на турпродукт. Значит, ну, они детализируются согласно действующему подходу при получении государственной поддержки по видам расходов, да, то есть что это за направление расходов, это зарплата, или же там расход материалов каких-то, да, либо же это у вас информационные расходы какие-то, ну, расходы на оплату информационных услуг и так далее. Вот. И получается, расчет делается на переменные, переменных расходов, точки безубыточности. И самый главный итоговый, да, документ, который вы должны получить, это ваш прогноз ваших финансовых результатов, расчет чистой прибыли. Календарный план реализации проекта, то есть какие мероприятия, какие сроки вы должны реализовать, и что по итогам каждого мероприятия и решения каждой задачи вы должны получить. Ну и заключение о показателях эффективности вашего проекта, ожидаемых результатов, перспективах развития. То есть это такой достаточно несложный, достаточно простой, и я привела вам еще тут критерии оценки бизнес-проектов, которые обычно используются для того, чтобы уровень, да, там, оценить. Хотя они могут, критерии оценки, конечно, отличаться, но это вот то, что рекомендуется в рамках оценки заявок на получение государственной поддержки, как правило. Так, остановить демонстрацию. Андрюш, вот. Вторую картошку с мясом будешь? Это, наверное, не в аудитории вопрос, наверное, был, да? Или в аудиторию? Так, ну, что ж, если вам требуется, как я уже сказала, да, наша вот эта вот проделанная работа, связанная с тем, что мы подготовили для вас шаблон, то мы вам и вышли. Немножко упростим финансовую модель. Да, думаю, вышлем тогда, чтобы вы посмотрели их и действительно, ну вот, позадавали вопросы. Вот, сейчас уже в Иркутске час плюс 5, то есть 6 часов. Вот, потихонечку 6:15, да, будем завершать. Вот какие-то вопросы. Ларис, ты же есть в чате, правильно понимаю? Да, я добавилась в чат, я есть там. Если да, что, можно все писать вопросы в чат. Да, давайте, да, вопросы в чат пишите, есть Лариса, вы ее тегаете, да, и, соответственно, все будет хорошо, она ответит, и тоже хорошо бы было бы, чтобы вы непосредственно к мероприятию написали тоже в чат или просто даже ко мне подошли в понедельник, вот на вопросы, на основании которых мы сформулируем тоже вот запрос, и если увидим, что он массовый, на вторник, вот так вот, хорошо? Если можно в частном порядке, решайте в частном. Если нет, то мы сделаем вот такое включение, потому что действительно времени немного, и будем, ну, подстраиваться под, насколько это большинству будет интересно, и при этом компании очень разные. Вот примерно так. Еще, коллеги, ну да, в принципе, всю основную информацию тогда скинем вам в
чате, Лариса упростит и сегодня к вечеру пришлет. У нас, правда, да, после, как мы договорились, после 24 по Иркутске тишина, но еще много времени, в принципе, есть. Спасибо. Ларис, спасибо тебе. Вот, я на самом деле уже действительно, вот видите, выдвигаюсь в аэропорт. Вот, и, собственно, собирался обедать. Так, в общем, такая вот история. Сейчас ряд встречи и, собственно, вылетаю к вам. Все. До встречи тогда. Завершаем, коллеги? Да, большое спасибо. Спасибо, Нина, Светлана. Да, спасибо. Да, да, Марин, до встречи. Зовите ваших коллег. Много будет, большой нетворкинг. Кстати, возможно, мы с Сергеем Долговым сейчас запустим нетворкинг вот в чате, чтобы вы познакомились. Спасибо. Все, до свидания. Счастливо. Счастливо. Да, всем удачи. Всем удачи. До свидания.